Spirit Breaker, Баратрум. Баратрум с позором отправился в мир духов, где бесцельно странствовал веками в полном одиночестве, пока его не нашел и не принял на службу король мертвых. И сейчас, с невероятной скоростью и сверхъестественными возможностями, он расправляется с самыми злейшими врагами сил тьмы. Его фонарь способен фокусировать слабую энергию врагов, откидывая их назад с невероятной силой. Благодаря способности преодолевать большие расстояния до жертвы за доли секунды, Баратрум становится одним из самых серьезных соперников любому герою. Успею. О, найс. О! Лол. Не, ну это на вставочку, реально. Забавно. Оп, вот этого. Риша делает. Оп, я еще подработаю, дядь. Ну это на вставочку, да? Интересно. Там догона просто дам и все. Хорошо. И бежать надо, пацаны. Бежать даст и не юзай, только не додумывайся. Хорошо. Красава, бро, давайте сюда вот так сделаем. Оп, телепорт. Оп, до свидания. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы пойдем к разбору вот этого всего гайда, конечно же, вот этих спонсоров нужно немножко поблагодарить. Друзья, они подписаны по спонсорской подписке YouTube и смотрят контент немного раньше и знают немного больше. Поэтому, ребятки, действуйте. И всем, конечно же, отдельный респект за то, что лайкаете, подписывайтесь и смотрите контент. Ребятки, сегодня у нас необычный герой. Все вы знаете животнича. Вот такой вот он, смотрите. Опа, смотрите. Ага, моделька вот такая прекрасная. Конечно же, Баратрум, ребятки. В принципе, один из самых неприятных персонажей для меня конкретно. Для вас не знаю. Для новичков очень кайфовый герой. Нажимаешь одну кнопку, прибежал, убил, кайфанул. Ну и в принципе, сегодня мы узнаем, как работают же его способности. Как работает Charge of Darkness, как работает Empowering Haze, как работает Gritter Bash и как работает Nether Strike. Теория на данного героя, ребятки, начнется уже с секунды на минуту на секунду. И, конечно же, отличная практика также для вас уже будет заготовлена. Ну, заготовлена будет, конечно же. Хорошо. Не скипайте теорию, досматривайте до конца. Смотрите практику. И, в принципе, поехали. Итак, ребята, первая способность на нашем персонаже — это Charge of Darkness. Это самая любимая способность всех подпивасов доты, потому что вам ничего не нужно делать для того, чтобы вообще играть на Баратруме. Это самая основная способность. Еще бесячая тема есть у него — это баш, но об этом чуть позже. Смотрите, хоткей у нас C, прокачали эту способность, и что она у нас будет делать? Вы можете направлять ее на любую часть карты, на любого героя, на любого персонажа. Ну, вот, например, вот на Эншента, на этого не можете, на этого можете. То есть на Рошана также можете, и можете, конечно же, на лесных репочках. Об этом я, в принципе, уже сказал. В чем смысл этой способности? Вы нажимаете charge, происходит такой поворот, и Баратрум побежал. Он игнорирует все текстуры, он игнорирует абсолютно весь лес, всех героев, и просто бежит в ту точку, куда ему мы сказали бежать. Он игнорирует абсолютно все. Но баши, станы, хиксы, всякая вот эта тема может перерывать этот charge. Он просто добегает, станет, оглушает и, конечно же, начинает бить. Вот и все. В принципе, весь смысл этой способности. Как сбить эту способность и какие тут есть приколюхи, я сейчас постараюсь, как бы, ну, ничего не упустить. В принципе, я уже сказал, как это сбивается. Сбивается хиксами, станами и прочей всякой темой. Но не суть. Тут сама основная фишка этой темы, что данная способность позволяет очень быстро передвигаться по игре, быстро гангать и реально очень круто солить оппонентам. И, конечно же, в зависимости от уровня прокачки, тут у нас будет все немного меняться. А как меняться, сейчас я вам расскажу. Друзья, самая вот эта вот неприятная тема, помните, в старых версиях, да, когда Баратрум топтался на месте, то сейчас Баратрум просто срывается с места и бежит. При этом есть одна очень интересная фишка. Как можно запалить, что Баратрум бежит? Во-первых, когда Баратрум начинает чарж, появляется образно, если вот смотрите, если образно Баратрум вражеский начнет чаржиться отсюда, то он здесь пропалится на микросекунду, тут будет такой небольшой вижен, и начнет бежать. При этом
Если Баратрум бежит на вас, у вас начнет моргать вот эта иконочка. Это фишка 85-й карты. Эту тему можно, как говорится, отследить. И тем самым не дать Баре совершить удачный ганг. Поэтому держите в курсе. Следующая тема, которая у нас тут есть, это, конечно же, она будет касаться уровней прокачек. По уровням прокачки у нас увеличивается скорость передвижения Баратрума в вот этом чарже. Ну и, конечно же, стан по, так сказать, добегание до оппонента. То есть стан накладывается намного дольше. Как это все будет работать, давайте посмотрим по табличке. Смотрите. Дальность применения глобальная. Это именно то, о чем я говорил. То есть вы можете в любую часть карты побежать. То есть если образно вы видите тут врага, нажимаете на него ход K, C и побежали. В принципе, никаких проблем нет. Следующая тема, которая у нас тут есть. Радиус Glitter Bash. Когда вы бежите, то в радиусе 300 единиц вы всех будете расталкивать. В случае, если у вас третья способность прокачана. К сожалению, без третьей способности никаких относов врагов не будет. Не будет, ребятки. Поэтому эту тему запомните. И прикольно, кстати, очень сильно получается лютый дизейбл, когда Баратрум просто пробегает в толпе и всех расталкивает с башем. Это реально очень годно. Следующая тема. Скорость при фокусе. Каком фокусе? Не знаю. Ну, не суть. Смотрите, скорость при передвижении в чарже. Вот так будет правильнее. Почему тут так не написано, я не знаю. 600, 650, 700 и 750 единиц. То есть скорость 750 единиц. Все вы знаете, что в принципе 522 это максимальная скорость в доте. Но кто может игнорировать скорость? Это Волк, у него 650 в метаморфозе. И, конечно же, Бладсикер, у которого МС нестабильный. И смотрите, кто-то может побыстрее вас побежать, если вы вдруг играете на Баратруме. Поэтому держите в курсе. 750 единиц реально очень хорошая скорость чаржи. Можно убежать, можно добежать. И длительность оглушения у нас 1,2 секунды, 1,6, 2,4 секунды. Почти 2,5 секунды, да, вы просто вот вбегаете в чела, застанили на 2,5, просто бьете его и потом дальше комбините следующие способности. Ну вот такая тема. Монокост у нас всей этой конторы соточка и перезарядка 12 секунд. Теперь самое интересное, как можно подзаконтрить эту способность. Я уже говорил два раза, что это у нас станы, хиксы, баши, всякая прочая тема. Лотус, кстати, тоже может очень хорошо помочь. Вы вдвоем друг на друга начинаете бежать, то есть если тут будет ИТМ, Лотус, смотрите, как это будет работать. То есть два персонажа побегут вот так вот, оп. И получилось, что Омник застанил. Но это потому, что у меня нету Гритест Баша. Гритер Баша. Почему Гритест? Я не знаю, я хочу Гритест сказать, где-то я видел Гритест Баш. Не суть. Смотрите. В общем, получается, если у вас скачана еще пассивка, об этом я еще отдельно поговорю на этой пассивке стану, то Омник просто оттолкнется, и вы все равно настигнете. Но вот так с Лотусом можно немного, так сказать, врага захейтить. Следующая тема, что у нас может быть неприятным для Баратрума? Это, конечно же, Линкенсфера. Линкенсфера не даст Баратруму чаржнуться, не даст. То есть она сразу собьется, эта способность. Итем, Линкен, давайте посмотрим, как это будет работать. Итем 219. Вот Линка у нас есть, нажимаем в Линку, и, к сожалению, она не работает у нас способность, а Линка все сбила. И обратите внимание, пошло КД. Кстати, немаловажный момент насчет калдауна данной способности. Раньше у Баратрума калдаун был около 25 секунд на этой способности. И калдаун шел сразу после того, как вы нажимаете чарж. Но в этих версиях, более в новейших, калдаун будет идти только тогда, когда вы конкретно уже остановитесь, то есть добежите до цели, либо остановитесь сами. Тогда у вас начнется калдаун, понимаете, да? То есть 12 секунд 100% после окончания чаржа вам придется подождать. Не будет такого, что вы бежали там 12 секунд, застанили, еще раз даете там после 12 секунд эти самые станы. Так что вот такая тема. Данная способность не работает у нас в БКБ, ребятки. В БКБ, то есть вы не сможете направить, линкой блокируется. Ну и развеять эту способность тоже никак нельзя. Если вы бежите, то вы уже бежите. Если вас вдруг поймал Сларк или там... Не знаю, ну вот если поймал Сларк, да, то вы будете как будто бежать дальше, но сетка это будет растягиваться, будет такой непонятненький немного эффект. Если не забуду, вот сюда прикреплю. Ну и в принципе все по этой способности, кнопку нажали, побежали. Больше тут знать
Нечего, друзья, поехали на следующую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Empowering Haste. Данная способность имеет несколько фишечек, которые мы сейчас будем разбирать. Давайте прокачаем и посмотрим, что у нас поменяется. Прокачали, хоткей у нас R, и вот такая вот у нас аура у Баратрума, ребятки, появляется. Она, конечно же, сигнализирует о том, что Баратрум прокачал пассивку и может ускоряться и ускорять своих союзников. Да, эта способность работает еще и как аура. В радиусе 900 единиц она у нас будет работать. Тут есть несколько применений на данную способность. Если раньше у Баратрума это была тупо пассивка, то сейчас это еще и пассивка и активка. То есть есть пассивное применение и есть активное по нажатию с определенным кулдауном и с определенным, как говорится, специфическим действием. Давайте сейчас мы это все разберем. Смотрите, вот обычное у нас передвижение Баратрума, да, то есть вот он спокойно ходит влево-вправо, да, то есть у него вот такая определенная скорость передвижения. Давайте активируем пассивку, активировали мы пассивку, сейчас она включится, оп, включилась, и обратите внимание, мы вроде как чуть-чуть побыстрее пошли. Оп, и очень сильно замедлились. И замедлились, и смотрите, сейчас оп, и восстановимся, все, и восстановились. Эта способность у нас работает при активации так. На 6 секунд вы ускоряетесь, очень быстро бегаете, и по истечении этих 6 секунд скорость забирается обратно и в минус, еще в минус. То есть ваша скорость падает еще сильнее на время перезарядки этого активного спелла. То есть 2 раза медленнее вы становитесь. То есть идет такой лютый стрейф для всей команды и для вас самого. При этом даже аура вот этого Баратрума... Сейчас, секундочку. Вот так вот сделаем, чтобы мне не мешало. При этом даже аура Баратрума работает в 2 раза меньше. В 2 раза меньше дает вот этот МС во время перезарядки активной способности. О чем это говорит? Данная способность предназначена для того, чтобы сделать какой-то быстрый мув, быстрый стрейф для всей команды и для Баратрума самого. А потом, конечно же, вернуться в стандартное значение после перезарядки активной способности. Да, в течение 6 секунд будет у нас перезаряжаться эта тема. Но это доскональнее, сейчас будем разбирать уже по вот этой табличке. Смотрите, друзья. Радиус ауры 900 единиц. Потом, смотрите, дополнительная скорость передвижения. Это именно пассивная дополнительная скорость передвижения, которая будет даваться всем в радиусе 900 единиц и также самому Баратруму. 6, 10, 14, 18%. Казалось бы, просто 18% МС за то, что Баратрум рядом. На самом деле это очень много, даже это много. Реально, это очень много. В, так сказать, в сравнении у Неруба Ассасина в ультимейте, да, на первом левеле 20% скорости передвижения бонусом. И он довольно-таки неплохо ускоряется. И вот такое вот у нас ускорение просто от того, что Баратрум находится рядом и работает вот эта пассивка. Следующее. Дополнительная скорость передвижения при использовании. Это идет уже разговор о активации данной способности. Когда вы активируете вторую способность Баратрума, а у нее вообще даже такой вот каст есть, вы этот каст можете скипать просто банальным движением. Это, в принципе, стандартное применение анимации вот этой вот, ну, в доте, да? То есть, и, конечно же, сбить вот эту анимацию, вот, вот так вот, оп, раз побежали, ее даже не было. И, конечно же, ускориться. Дополнительная скорость при использовании 9, 15, 20, 27%. Вы прикиньте, 27% становится у нас Баратрум и вообще все в радиусе 900 низ, 27% МС бонусом они получают. Это очень много, то есть это очень быстрое перемещение у всех становится. Но, в принципе, если взять стандартные МС, да, в доте там по 400 единиц, станет по 480, то есть почти 522. Это реально очень быстрый стрейф. Длительность этого стрейфа будет у нас 6 секунд. То есть все на 6 секунд в радиусе 900 единиц и Баратрум сам ускорятся на 27%. И по истечении этих 6 секунд, конечно же, и с бонусом 27%, у вас пойдет откат. Откат. Дополнительная скорость при перезарядке 3, 5, 7 и 9%. Вы будете ускорены всего на 9% во время отката этой способности. То есть 6 секунд вы будете бегать с 27% МС, и следующие, последующие 6 секунд плюс 9% всего. То есть в 2 раза меньше. То есть данная способность заберет тот МС и немного ослабит пассивку Баратрума. То есть вы понимаете, как это работает, да? Ну и, конечно же,
У нас тут длительность активации, это 6 секунд, и длительность дополнительной скорости тоже 6 секунд. То есть это именно то, когда вы активировали, вы бегаете 6 секунд, да, быстренько. То есть вы бегаете, 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 6 секунд проходит, и следующие 6 секунд у вас пассивка и аура работает всего в 2 раза меньше, да, то есть получается на last level на 9%. То есть это работает так, сначала дали, потом забрали, но забрали чуть-чуть больше. И по истечении перезарядки 6 секунд, когда у вас ослабленная аура, у вас аура начинает работать в стандартном режиме, а именно в 18% и при активации в 27%. Надеюсь, это будет понятно. Ну и перезарядка всей этой конторы 12 секунд в целом. То есть у нас тут имеется просто калдаун без монокостов, то есть это активация, просто ничего не стоит. Клацайте по КД, когда вам надо, и бегайте намного быстрее, так что не забывайте. Данная способность у нас проходит через БКБ, отключается истощением, то есть Silver Age'ем спокойно вы снимете эту пассивку с Баратрума. И, конечно же, ее нельзя развеять. Давайте посмотрим, как она будет у нас работать, если мы ударим Сильвера. Сильвер, итем Сильвер и итем 75. Давайте посмотрим, выведем вот этого нереального инвокера, я не знаю, что с ним произошло, и посмотрим, как он будет бегать. У меня КВ даже нету, понимаете? Так, ладно, смотрите, ставим сентрячок. У Баратрума здесь у нас есть пассивочка. Пассивочка также работает на инвокера. И ударяем Сильвер Эйджа и посмотрим, как это будет работать. Ага, аура полностью и пассивка вырубается. Обратите внимание, полностью. Полностью, даже при том, что я думал хотя бы что-то одно выключится, но выключается полностью. И Баратрум становится медленным. Так что вот такая вот небольшая, ребятки, контра. Эту способность никак нельзя забудить, то есть она будет работать только у одного персонажа. То есть Баратрум вот просто будет бегать с этой способностью и все. Больше никак, там рефреш, не рефреш, никак ничего вам не поможет, друзья. Так что вот такая вот тема у нас, ребятки. На этом все, на этой способности, я думаю, тут больше нечего рассказывать. Погнали на следующую. Итак, следующая способность у нас, это способность, которую тоже все любят. Помимо чарджа, любят еще и баш Баратрума, а именно Гриттер Баш. Данная способность у нас прокачивается по ходке Т, и что она у нас будет делать, спросите вы. Она у нас, во-первых, пассивка. Во-вторых, тут есть очень много нюансов, которые просто вот, ну не знаю, как бы их не упустить. Давайте начнем с самого первого, а именно, когда вы прокачиваете баш, то во время чаржа вы будете унаследовать этот баш по относу. В зависимости от уровня прокачки у нас будет относ идти, во-первых, немного дольше, во-вторых, будет немного дальше относить. И, конечно же, в-третьих, будет наносить определенное количество урона в зависимости от нашего передвижения, то есть в зависимости от нашего МС-а. Понимаете, да, эту контору? Это первые фишки. Давайте посмотрим, как это работает. Вот такой вот у нас относик происходит. Вы видели, да? Отнесло у нас немного вот этого омника. И оп, и он возвращается в нормальное состояние. То есть это первая фишка, которую мы здесь затрагиваем. Следующее. Что у нас там было? В зависимости от уровня прокачек у нас тут это все понятно. Следующее. Это, конечно же, пассивная тема. Когда вы кого-то атакуете, у вас есть шанс нанести дополнительный урон и при этом отнести оппонента на небольшое расстояние. Это расстояние в зависимости от уровня прокачки, и весь дэмэдж у нас также будет увеличиваться. Баш составляет у нас 17%. Как вы видели, на 17% прокнули вот только что и немножко отнесло у нас оппонента и задизейблило. Довольно-таки бесячая тема, потому что иногда бара бывает так запинывает, что просто отталкивает, и вы ничего сделать не можете. И это 17% шанса баша. Следующее, какая у нас тут есть приколюха. Когда у вас срабатывает этот баш, вы на 3 секунды ускоряетесь на определенное количество movement speed. Видите, вон в статус упала у нас какая-то дополнительная бавка. И, к сожалению или к счастью, она длится очень мало, но, наверное, к сожалению, Баратрума, да? И на 3 секунды вы еще ускоряетесь на определенное количество, а именно на 15%. И это реально очень круто. Это сейчас в целом разбирать будем еще по табличке. Тут очень много всяких приколюк, как вы поняли. И, в принципе, я думаю, вы поняли, да, по стандарту, да, что тут у нас происходит. Давайте посмотрим по табличке. Выезжает у нас табличка, и смотрите. Шанс оглушения 17%. Это именно тот шанс, который вам дается при обычной атаке. То есть 17%, чтобы, конечно же, отнести врага. Давайте попробуем сейчас, вылетит у нас этот шанс. Вот, вылетает у нас шанс, и, конечно же, мы получаем баф. По поводу бафа.
Это чуть позже. Урон от скорости передвижения у нас тут наносится. У нас наносится магический урон, когда вылетает этот баш. Когда срабатывает шанс 17-процентный, вы наносите урон в зависимости от вашего МС-а. А именно, как он у нас будет наноситься? Урон от скорости передвижения 22%, 28%, 34% и 40%. 40% от вашего МС-а будет превращаться в дэмэдж во время этого относа. Вот такая тема. Следующий момент. Дополнительная скорость передвижения 15%. Когда у вас срабатывает 17% шанс, вы бафаете своего персонажа на еще одну дотку, которая будет давать вам, конечно же, определенное количество МС. Это реально очень круто. Это у нас 15%. И тем самым вы можете себя так люто бустить. Второй спел, третий спел, у вас там МС будет просто вот так вот скакать. Жестко. Длительность этого ускорения составляет 3 секунды во время того, как у вас сработал 17% шанс. Следующее. Продолжительность у нас отбрасывания. Это 0,5 секунд. На 0,5 секунд вы будете отталкивать. Я вначале сказал, что вот так вот, когда вы пробегаете, да, что якобы в зависимости от уровня прокачки у нас будет относ тут немного дольше во время этого чаржа. Нет, это не так. Просто немного дальше будет отталкивать. Немного неправильно выразился. Следующий момент. Это у нас, конечно же, длительность оглушения. 1 секунда, 1,2, 1,4 и 1,6 секунды будет у нас оглушение с Гриттер Баша. То есть можно просто на 1,5 секунды выводить из строя с атак. При этом перезарядка третьей способности у нас 1,5 секунды. То есть на ласт левеле персонаж, если у нас будет прокать люто, то вы можете просто не выпускать с баша и по чуть отталкивать, отталкивать, отталкивать и отталкивать. Самая интересная тема, что с уровнями прокачки у нас вот это расстояние отбрасывания вырастает. На первом левеле оно составляет 143 дистанции, потом 152, 158 и 162 единицы. То есть вы понимаете, да? Просто на расстоянии 162 единиц можно спокойно реально отталкивать. Это реально очень-очень жестко и очень интересно. Ну и в принципе остается у нас разобрать всякие другие микромоменты, которые у нас тут есть. Это именно, давайте посмотрим, итем Блацк 230. Ой, итем Блацк. Прописываем БКБ 230, странный итем 230. Вот так вот, оп. И давайте посмотрим, как это будет работать в БКБ. БКБшных юнитов относим, но магический урон мы не наносим с данной способности, к сожалению. Но этой способности можно запинуть в БКБ, как обычный башер. Следующий момент, который у нас тут есть, это частично отключается истощением. Написано, отключает оглушение от атак, но не от способностей. Оглушение от атак, но не от способностей. То есть вы сможете, давайте посмотрим, как это будет работать. Минус итем 75. То есть вы сможете с чаржа, да, получается, сможете с чаржа оттолкнуть. В теории это так написано. Давайте проверим, работает ли это так. Оп, вот так вот. И пошло. Ай, там линка, я забыл. Здесь давайте линку выложим. И попробуем еще раз. Бэкстебэм. Ударяем. И, конечно же, делаем вот так. И относ действительно работает. То есть получается, вы выключаете у себя пассивную основу данной способности, но не выключаете относ от чаржа. Эту тему нужно знать. Еще немаловажный момент. На чарже я это не говорил. Когда вы вот так в упор с оппонентом деретесь и у вас уже есть чарж, я рекомендую вам отойти немножко от него и чаржнуться, потому что иногда в упор вот этот относ не работает. То есть видели, относа сейчас не было, а если вы чуть-чуть дальше отходите, то относ во время набега сработает. Тем самым вы нанесете дополнительный урон и немного задизейблите. То есть вот эту тему держите в курсе. Следующее, что у нас тут есть. Это у нас не уникальный модификатор атаки. Соответственно, сюда можно собирать скади, пайпы, худы, дезоляторы и всякую прочую ересь, которая будет у вас давать орб-эффект. Баш, баратрума это не орб-эффект, соответственно, собирайте что хотите. Следующее. Что у нас есть? Конечно же, у иллюзий баш работать не будет и нельзя собирать ему башеры, абиссалы и всякую такую тему. Не стакается, ребята, не стакается. Нету такого, чтобы вы собрали башер и у вас еще были баши и тому подобное. К сожалению, не стакается у баратрума, а так было бы круто, да? Согласитесь. Ну и, в принципе, все. Друзья, на данном, в принципе, моменте тут все понятно.
все понятно. Делает относ, бафает вас на МС, отталкивает как можно дальше в зависимости от уровня прокачки. Время относа этого также в зависимости от уровня прокачки прокачивается. И перезарядка 1,5 секунды на данную способность. Это реально очень круто. И наносит магический урон в зависимости от вашего МС в случае, если срабатывает 17% шанс. Все. Это все, что вам нужно знать. Поехали на следующую способность. Итак, ребята, остается у нас самая крайняя способность на сегодня, и это, конечно же, Nether Strike. Это крайняя способность у Баратрума, и именно это у него является ультимейтом способность. Конечно же, ультимейт у Баратрума очень интересный, но раньше он был лучше. Сейчас Баратрум постоянно стоит, клюет, а раньше он его сразу же давал этот ульт, при этом давал еще ему ульт магическое сопротивление. Он был просто невосприимчив к магии во время своего ультимейта. А сейчас ультимейт, ну, какой есть, такой есть. Что он у нас будет делать, сейчас я вам это расскажу. Вот какие у нас Е прокачали данную способность и смотрим, что у нас будет делаться. Дальность применения этой способности 700 единиц. Ну, образно, давайте заюзаем его, этот ульт на Омника, и посмотрим, что у нас будет делать. Юзаем, вот так вот, оп, идет два таких кивка. И Баратрум появляется сзади персонажа, при этом его немного персонажа сразу же оттолкнуло и нанесся какой-то магический урон. При этом, вы видели, да, персонаж был вот в этом в баше как будто, да? Как это работает, сейчас разберем. Смотрите, у нас тут есть несколько фишечек, это именно в зависимости от уровня прокачки бонус дэмэдж. Как вы тут видите, да, это мы по табличке еще пройдем. И, конечно же, у нас еще во время этого Nether Strike применяется третья способность. Именно какой левел у вас у третьей способности, соответственно, и применяется она к ультимейту. То есть они взаимосвязаны. Вообще, вы заметили, что у Баратрума все способности, они пляшут вокруг вот этого баша. То есть чарж пляшет вокруг баша. Если баша нет, чарж не будет отталкивать. Также Nether Strike пляшет вокруг баша. Если у вас нету баша вкачанного, то и Nether Strike не отнесет, а нанесет просто инициал дэмэдж. Без Гриттер Баши, соответственно, никак не отнесет. Так что вот такую тему нужно, ребятки, знать, что баш на Баратруме по-любому нужно вкачивать. Но это уже будете смотреть на практике и будете слушать мои советы конкретно касаемо геймплея. Окей, разобрали этот моментик и давайте следующие приколюхи посмотрим. Как вы уже поняли, Nether Strike применяет оглушение, равное, как говорится, уровню прокачки, да? И, соответственно, никаких больше тут фишечек нету. Но тем самым, как бы, с Nether Strike вы просто передвигаетесь и наносите урон. То есть в комбинации это будет выглядеть так, образно, вы забежали, там бафнули себя, да, побили, конечно же, оп, юзайте еще ультимейт и, конечно же, то есть вот так вот, ну, запинываете. То есть вот вся, в принципе, комбинация Баратрума. И давайте теперь в целом разберем по табличке. Может, чего нового, да и узнаем. Вылазит у нас табличка, смотрите, дальность применения 700 единиц, агонимную тему не смотрите, агоним мы отдельно разберем и услышим какие-то, ну, советики с моей стороны, конечно. Ну как, ну советики не дать-то. Следующий момент, это радиус Гриттер Баша. Радиус Гриттер Баша у нас апается только с агонимом. Об этом тоже чуть позже. Урон 150, 250 и 350 урона. На ласт уровне 350 урона вот этого инициального просто с Nether Strike. Помимо того, что еще нанесется урон с Гриттер Баша, который у нас будет равен уровню прокачки и равен нашему МСу. То есть вы понимаете, да, насколько это прикольно? То есть вы можете раскочегарить Nether Strike примерно, ну вот, с Nether Strike 350 магии, да, нанести. И где-то примерно максимум, если у вас МС 522, там около 220 урона с Гриттер Баша, тоже магическим уроном. То есть вы можете внести просто 400 урона вот этим ультимейтом. Просто, ну это уже без учета сопротивления. И тем самым задизейблить и нанести реально очень много урона. Прикольная тема. Следующее, что у нас тут есть, это требуется мана 125, 150 и 175 единиц маны. Для Баратрума это большой монокост, потому что Баратрум тупой. Все, гайд закончился. Ставни закрыли и все. Кто, как говорится, сказочку слушал, тот молодец. Следующие перезарядки у нас это перезарядочка 80, 70, 60 секунд. То есть в раз 60 секунд вы сможете ультануть. И, конечно же, не смотрите на КД Аганима. Это чуть-чуть подальше, чуть-чуть попозже. Так что вот такая вот у нас, ребятки, тема. Следующее. Разбираем, как у нас будет работать Nether Strike на БКБшного юнита. Смотрите, вы можете ультануть БКБшного юнита, при этом вы отнесете его, но так же, как и с случаем пассивного баша, вы не нанесете магический урон. То есть в БКБ эта тема у нас работает. Как эта тема будет работать на линку? Смотрим.
Ультуем в линку, и Варатрум просто поставил, потупил один раз, махнул вот так вот, и все, и линочка сбилась. К сожалению, вот так это и работает. Ну и нельзя развеять наш ультимейт. В принципе, по данному ультимейту все, больше тут нечего, как говорится, рассказывать. Главное запомнить, что Незер Страйк не работает без Гриттер Баша, они взаиморабочие эти способности. И плюс, конечно же, вы можете улучшить свой Незер Страйк с помощью Гриттер Баша, прокачав его до максимума. И, конечно же, можете еще прикупить Аганим. А что будет у нас делать Аганим, сейчас вам расскажу. Итак, ребята, приобретаем мы сейчас Аганим, и посмотрите, какой классный эффект нам добавляется. Его фонарь начинает светиться, и как будто такое прикольное такое горение какое-то добавляется синенькое. И самое интересное, что у нас дается, конечно же, с ультимейта, это не только то, что у нас уменьшается КД, но и то, что у нас способность становится массовой. Обратите внимание, я ультую, и всем даю тут относ. К сожалению, немного я не достал до Оракла, и это... Блин, ну реально очень круто, то есть прикиньте, как это выглядит. Образно, чувачки стоят, вы туда забегаете с чаржа, даете относ, ультуете туда, они там подходят, оп, еще раз относ. Да вы представьте, сколько это дизейбла, это реально очень много дизейбла. Не забывайте, что еще и вот этот Гриттер Баш у нас также будет срабатывать во время того, когда вы, как говорится, ультуете. И, соответственно, в зависимости от уровня вашего баш, также будет наноситься определенное количество дэмэджа, и, конечно же, будет работать этот относ немного подальше. Это реально очень круто, то есть вы можете просто всех расталкивать, нереально дизейблить, и при этом еще в калдаун 20 секунд вкладывается, это реально очень круто. Ну и в целом, конечно же, не могу не вывести табличку. Смотрите, дальность применения, это у нас 850 единиц, у нас увеличится еще дальность применения, то есть когда вы вот так вот стоите подальше, можете кастануть, смотрите, реально огромная дистанция, и при этом еще и относ очень качественный получается. Следующее у нас, конечно же, это радиус 250 единиц. В радиусе 250 единиц, соответственно, вы нанесете с баша вашего определенное количество дэмэджа, равное, конечно же, прокачке вашего персонажа, прокачке вашей способности, а именно, если 4 левел, то 40% от МС дэмэджа вы нанесете, и, конечно же, кнок на 1,6 секунд и на расстояние, я не помню, сколько там расстояние, на расстояние там 200 с лишним единиц, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и вот такая вот у нас тема, ребятки, Аганим. Прикольная катка через Аганим, конечно же, ребятки, будет. Ну и колдаун, ребятки, 20 секунд колдауна. Ну это прям вообще по кайфу. Вы прикиньте, то есть у вас колдаун ультимейта, то есть становится, ну реально, вот вы чар 12 и 20 секунд колдаун. То есть вы постоянно можете гангать и гангать успешно. Через Аганим можете прям реально овнить. Каточка через Аганим 100% будет. Ребятки, в целом, на гайде, я думаю, тут все понятно. И... что самое-самое-самое важное, я бы хотел еще тут вам донести, это то, что есть у нас определенные приколюхи, которые, к сожалению, не работают у нас в первой доте, которые работают образно во второй. То есть я уже знаю один из самых популярных вопросов, который бы мне задали в комментариях. А именно, как я могу спрятать свой чардж? Чардж во время того, когда вы бежите, его же видно, да, везде. То есть вы пробегаете по варнам, пробегаете там. Во-первых, что вам может помочь спрятать ваш чардж? Это первый момент, это смока. Когда вы куда-то перебегаете, вы можете заюзать смок. Образно, если вы тут будете пробегать, и вот тут вард, вас никто не увидит. Но не забывайте, что смока сбиваются товарами и героями. Это первый момент. Второй момент, глиммер поможет вам невидимо тоже кастануть всю тему и, конечно же, аккуратненько передвигаться. То есть, если вы, допустим, итем глиммер, вот так вот, итем глиммер, вот так вот делаете, то есть образно вы зашли в глиммер и нажимаете чардж, никто не будет видеть эффекта вашего чаржа. И вы просто аккуратненько забежите в толпу. Тоже никто не будет эту тему ожидать. Но во время чаржа уже нельзя нажимать глиммер, то есть если вы уже чаржнулись, то вы не сможете нажать глиммер, то есть вот так вот, если вы бежите уже, вы нажмете глиммер, то, к сожалению, чардж у вас собьется. То же самое будет и с лотаром. То есть именно вот этот момент вам нужно знать. То же самое будет и с лотаром. Но если вы заранее, то есть образно, почему я говорю тут про глиммер? Потому что глиммер у нас не прерывает, то есть он не выходит с инвиза, когда вы нажимаете какие-то способности. То есть тем самым вы в драке можете себя там пробафать, да, и раз побежали. То есть никто не будет ожидать. То есть вот такое применение одобряю. Одобряю, ребятки. Тоже глиммерочек, возможно, будет в каточке. Не могу обещать, но смотрю по ситуации. Потому что бара это гангер, бара это роумер, бара это у нас не мидер. Ни в коем случае каток на миду здесь не будет 100%. И в целом постараюсь преподнести вам этого персонажа на блюдечке с прекрасным геймплеем, ребятки.
Для вас сегодня заготовил несколько каточек оригинальных, красивых. Конечно же, досматривайте их до конца. Что ж, в целом, надеюсь, ребятки, по гайду, по теории вам все понятно. Если есть какие-то, конечно же, вопросы, задавайте в комментариях. Я читаю все комментарии, стараюсь отвечать, если вопросы не глупые. И которые, как говорится, я не затрагивал именно в теории, я, конечно же, на них отвечаю. Поэтому, ребятки, отвечаю. Поехали, ребятки, смотреть у нас практику. Обязательно поставьте лайк за теорию. Надеюсь, все досмотрели теорию. Напишите, кто досмотрел теорию. Да, напишите, кто досмотрел теорию. Я лайк поставлю вам. Да, молодцы. В принципе, ребятки, все. Поехали на интересную практику. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Итак, ребятки, ну что, загружается у нас каточка. Первая каточка на Баратруме. И что мы сейчас будем делать? Конечно же, мы сыграем стандартную игру на Баратруме, ребятки. И самое интересное, и самые контрпики, которые у нас тут есть, самые приколюхи с Баратрумом, которые у нас тут имеются. Сейчас мы это все разберем. Только нужно его пикнуть. Пикнуть. Оп. Хорошо. Взяли. В общем, смотрите, что у нас имеется. У нас имеется Баратрум. Как его контролить? Как его контрит очень большое количество. Контрит очень большое количество персонажей. Такие, как там всякие... Вот инвокер там колдснапами, стенкой. Баратрум не любит контроля, когда он не дерется, да, Баратрум, он ничего сделать и не может. Он не может ни чаржиться, ничего. Руты очень сильно контрят. Станы, хиксы, клокверки всякие там... Всякие леоны, это все неприятно. Ну и Баратрум тоже может этим персонажам досаждать. В целом, что у нас будет здесь по игре? Первая катка это стандарт, то как надо. Мы сыграем, в принципе, ВЦ-шечку. Давайте вот так вот купим. И вот такой вот у нас зарядик получается. И далее, идем на топ. Пойдем на топ, можно на топ. И постараемся немножко подгангивать. О, взяли сразу, смотрите, клокверк. Клокверк самый сильный контрпик Баратрума. Я вообще ничего под ним не смогу сделать. К сожалению, ничего под ним вообще сделать невозможно. Просто клокверк берет, зажимает и убивает. Все. Но постараемся как-то его кайтить, не знаю. Клокверк вообще в целом очень сильный герой. Постараемся. Так, инвокер будет проблемой, если он там рукастый, он будет всех выигрывать. И по билду, кстати, по билду. По билду стандартиком соберемся в какого-то персонажа, такого, знаете, под роум. Роум такой, и плюс вот эти вот аккуратненькие под фармы, да. То есть посмотрим, как катка у нас будет извиваться. И в целом катка, надеюсь, получится интересно. Заготовил для вас три игры. Первая катка то, как надо. Гангерский Баратрум. Надеюсь, ребятки будут активные. Будет какая-то суета, чтобы можно было бегать. И, конечно же, вторая катка будет МС. И третья катка будет через Аганим. Через Аганим каточка интересненькая будет, ребятки. Через Аганим. Можно будет, кстати, и тут собрать Аганим. Нам ничего это не, как бы не мешает. Но я смотрю на клокверка и думаю, нафиг мне этот Аганим. Потому что тут из-за клокверка будет проблематично пользоваться ультимейтом. Я топ. Иду Тоддей. 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 Так, что там? Драка. Клоки. А чё? Башка чая убиваю. Оп, относики пошли. Туши его. Он стоит, тычку не дает, а? Какой таракан вонючий. Знаете, какая мета есть на Баратруме? На Баратруме есть интересная мета. А именно, брать арбу и качать тройку. И, блин, это прокатывает иногда. 17% шанс начинает работать. Жесть. Просто замедляете и уничтожаете. Это жестко. Теперь дай, на. На. Опишем. На. Хорошо. Кто у меня на лайне тут будет? Зевс, Тракса. Да, надо стики сразу взять, давайте. Эсь-пси-пси. Эсь-пси, говорит. Красава, брат. Так, стики имеются. Ну, Свен будет пытаться забирать фарм. Ну, и как бы Свен это есть Свен, ребятки. Фарм придется оставлять. Ну, возьмем сейчас второй левел и пойдем. Прогангаем, ребятки, на мид пойдем сходим. Ко второй минуте на руну сходим. Баратруму будем оставлять тут. Фарм своему керри как бы. Как бы будем оставлять своему керри немножко. Ге, давай вот это ге сделаем, да? Ух, какой относик, ну туши. Относ не вылез. Эх, вообще, ну что ж за анлак-то, да? Ну, сейчас, потерпи чуть-чуть. Потерпи чуть-чуть, дядь. Как же не везет-то, а? Бей-бей-бей, смотри, как отдается.
О, найс, повезло. Относик хорош сработал. Сапожочек бы. Сапожочек бы. Сейчас на руну пойду схожу. Жесть, Зевс на таких хп ушел, да, ушел, ребятки? Ушел, ушел, да ушел. Дал, дал, ушел. Молниеносно закинул, побежал. Тише фарми, как говорится, не быкуй. Погнали, на руну сходим. Так как у нас баратрум будет такой немножко роумерский, такой суетливый, да, поэтому будем подстраиваться. Инвокер ушел что-то с мида. О, монетка. Неплохо. Монетка. Ага. А Зевс, интересно, что там у него за хп прячется? Мы попробуем. Солринги. Солринги там. Оп. Оп-оп-оп-оп. Хорош. И тяжко-тяжко. Так, 90 маны там, да? Хорошо. 90 маны. У меня маны что-то... О, а что меня тут видит? А, он просветил таки. На Зевсе. Просветил на Зевсе. Ну, ушел, ушел, да? Ушел, походу, на Зевсе, парнишка. Жалко, не забрали. Так, у меня 200 хп. Инвокер с ДДшечкой. Инвокер с ДДшечкой. Давайте курой себе расходничка принесем. И мид бы гангануть как-то. Мид бы как-то гангануть. На топе не удается у нас. Не хватает немного дэм. Ну, со Свеном тяжеловато. У него только станчик, да. И все, к сожалению. Клокверк внизу бушует. Внизу бушует клокверк. Через товара побежим. Жалко, мне расходник весь сбили. Пока я добегу, клок уже отхилится, и вряд ли я его вообще заберу в целом. То есть у меня маны на отход даже нету. Ну, если будет это вот здесь драка. Нет, у Т2 я драться не буду. Да, хреново, хреново. Весь расходник сбил, все позбивал. Максимально плохо все. Гангер из меня, конечно. Вот честно скажу вам, первая игра, вот я играл первую игру, была офигенная. Только там была одна проблема. Два чела залагали, и игру 3 на 5 в гайд выкладывать я не хочу. Как мне быть, ребятки? Вот вы порой задаете вопрос. Хен, а что так гайды, что там, что там? Да потому что на гайды надо по 20 миллионов игр играть. Так РЛ ставь, так РЛ стоит. Не поверите. РЛ стоит, ливеров кикаешь, и все равно. Это Айкапс такой стал помойкой, да? Если раньше, 2 года назад, можно было нормальные интересные игры писать, то сейчас Айкапс стал просто нереальной помойкой. Найс на форжета. Чаржую. На форж дочаржусь. Ты даешь. На некроллайте дает парень. Найс, а я на крипа бегу. Бара, гоу, гоу, бара, гоу. Да, да, гоу, сори, я на крипа бегу. Сори, я на крипа бегу. У нас баратрум. Баратрум в этой катке у нас кончен буй-буй. Урну я даже не выфармлю, да, походу? Не скоро. Год траксу. Буй-буй. Ого. Траксу. Попробуем. Ну, Свен далеко же есть. Ладно, бафаем. О, поехала. Ой, хорош. Пойдет. Сапожок можно мне, дядь? Или в урну выходить сразу? Санстрайк будет. Бу-бум. Все. Так, возьмем чарж. Сапожочек. И погнали. Сколько там маны у него? Ага, он ушел, да, просто? Это у Зевса маны нету. У Зевса маны нету. Что по билдам будем собирать? Пока не знаю. О, найс, кстати, давно не лагало. Во, пошло дело. Пошло дело. Давно не лагало, хотел сказать я. Давно не лагало. Санстрайк можно закайтить? Спасибо. Санстрайки закайтить можно? Спасибо. Так, ну мне надо вот так вот сделать тогда. ХП у меня нет, го на базу. Та пришла. Я стики апнул. ТП-шку возьмем. Погнали на базу. Раскачка будет у нас 3-3-3, скорее всего. Может быть 3-2-4. Вот так вот может. Я пока не знаю. Раскачиваюсь так, как чувствую. МС будет, будет по кайфу. Ну, траксу надо давить. Сейчас на топ. Вообще на низу бы суету навести. Клокверку бы помешать разочек.
Потому что жесть суетит под парень. И инвокера гангануть. Я просто не успеваю, не знаю, две стороны обрабатывать крайне тяжело. Урну надо срочно, я взял сапожок. Пара Г. Да Г, чё ж я могу сказать. Ну, вижен пропал, извини. Ща вижен появится, побегу. Короче, не будет вижен появляться. Мы просто вот так возьмем телепорт, сделаем, чтобы время не терять. Все, гоу. Вот этого пацана. Хорош, первые фражочки есть. Оп. Я вот так затанчу, бро. Оп. Неплохо. На урну, на урну. Есть урна. Неплохо. А то Свен, да Свен забирает все. Хорошо, ребят, есть. Работает. Вся тема. Работает. Свен фермит. Так, курочка есть. Инвокер пришел. Давайте сделаем вот так вот. Все, урна есть. Урна. Есть, сейчас буду хилить. Help down. Вот там они down. Свена там, да? Да-да-да, внизу еще. Миду я не помогал, я не смог помочь. Сейчас низ, го. Го, низ. Там клок, правда. Варлок еще. У меня пятый левел. С шестым бы гангануть, да, левелом? Вот на топе можно сейчас забрать. Прямо у Свена все есть. Го! Вот этого. Стан. Даешь? Ну, давай, поехали. Пока мана еще идет, мы даем чарж на бесплатную ману. Хорошо, и тычкуем. По кайфу. По кайфу. Если честно, я надеялся на относ. Ну, Свену я тут фарма даю. Даю Свену прям много фарма. Даю много фарма. Поможешь на некре? Будешь помогать, дядь? Не хочешь, да, помогать? Ну, некр решил... А, вот так вот он решил мне на некре помочь. Жесть ты. Конечно, помогаешь. Ну, вы поняли, да, Беликов? Вот оно что. Просто дал рипера, застилил инвокер, делал стп и вынес меня просто. Молодец. Боже, что это? 3300. Фаст радик. Ой, ладно, хрен с ним. Хрен с ним, ребят. Ну, инвокер там, походу, стоящий. Видели, как сразу нажал две кнопки, пока мой некролайт что-то думал. Пока мой некролайт что-то думал. Сейчас он его с руки просто убьет, инвокер. Но я должен забирать сейчас инвока, кстати. Должен. У него там 500 хп, урны две у меня. И дасты есть. Есть. Молодец, инвокер. Соображает что-то своей дурилкой картонной. Жалко, у меня некролайт не очень в меду. Ну да ладно. Гоу. Буду Свену помогать. Почуть. Инвокера как-нибудь, ну, настигнем. Не знаю, ребят, пока. Пока не знаю. Как-то настигнем. Ого. Вот эту траксу. Хорош. Найс. Если что, еще сейчас что-нибудь сделаем. Там клок, по-моему, ТП делает, да? Клок, это плохо. А, вот это зачем делает? Вот это вот я не понимаю. Зачем в доту заходить и ливать? Блин, я, честно, вот эта вторая игра такая. Я отсеиваю по винрейт лимиту, по всем темам, по ливерам и тому подобное приколюхи. Блин, все равно ливают. Что сделать, я не понимаю. Ух ты. Ты что делает, смотри. Ты что делает? У меня два сапога почему-то, ребят. Не видели, почему? Почему два сапога? Немножко я не вкурил.
Когда я успел второй сапог купить? Ну ладно, на левую, на правую ногу, чё вы? Господи, он меня урной собрался моросить. Урной. Давай, давай, проходи. Поехали. Ну это мой, дядь, тебе не дам. И что за... Когда я успел два сапога купить? Что за фигня? Ладно, не суть, продадим. Хорошо. Можно, кстати, апнуть в ПТшку и продать. Тут абуза никакого не будет. Сейчас апнем в ПТшку и продадим. Б, А, М, Д. Шут, Дован. Банлис сразу. Я не понимаю, зачем ребята заходят. Так, вот так делаю, да? Все. И золото вы не теряете, ребятки, как по гайду. Так, ну это ПТшка, да? А по-моему еще ПТшка. У меня 2000 золота. Блин, это круто, что у меня 2к золота. Я могу сделать себе армлет, ребят. Давайте сделаем армлет. Первая катка это то, как в принципе надо на баратруме. Мы очень хорошо выгонгали своему керри, лайн. И убили сейчас мидера с ДДшкой. Это очень бодренько. Они кролают, все бегает сакрет. Сакрет покупает. Так, ну я до Талова бежать не буду, там 1000 хп. Некр, конечно, блин, кадрище лютое. Некр кадр. Некр. Некр, бро. Ты неправильно закупаешься. Напишем ему. Таракан вонючий. Тракса стоит еще. Ну, вывели автоматически. А, это байт. Ну, этот байт я заберу. Я такой. Вывел ливера, получи по заслугам. Я считаю, что оправданно забирать вот так вот ливера. Почему? Поясняю, потому что нефиг выводить. Нефиг выводить. Так, ребята помогут, если что, надеюсь, да? Тут с Клоком повоевать. Я вышел оттуда. Оп, вот так вот урну туда. МС обафну. Вот этого пацана, гоу. Так. Хиляю, бро. Давай, давай. Хорош, хорош. Ману бы соснул и деться, было бы круто. А у меня армлет есть. Красава. И давайте вардиков купим. Хорошо. По кайфу. Stay all. Stay all. Жесть, парень там. 2 versus 4, no chance. No. Просто no. Напишем. Блин, я ору с этих, блин. Семи англичанин. Зевс жесть. Даггер сразу в рейсбен забрал. Ужас. Зевса всю игру пинали ногами. Да, у него 3 на 4. И получается так. Давайте, наверное, глиммер на экстармлет сделали. Глиммерочек. Если у меня там затарчик. Давайте куру. На базу. Есть. Забавная катка. И возьмем себе пачку вардиков. Блин, у меня слотов нету. У меня-то слотов нет, ребятки. Блин, Клок там еще. Ну-ка попробуем, почему не. Попробуем. О, здорово. Инвокер тоже пришел. А, я же стики прожал. Блин, у меня столько. И армлеты, и стики, все было. Я же нажал стики. А че инвокера тогда мы же много там? 60. А инвокер, не знаю, вот типа вот. Я не понимаю эту логику. Зачем инвокер всегда ТП дает? Что такая ситуация? Замес лютый, что ли? Или он пытается за все цеплять? Цепляться. Ладно, я сам тут виноват, не доконтрил. Я мог переармлетить. Ну, стик я нажал, не знаю. Ладно. Не нажал, короче, окей. Пойдет. Вон, руб. Ищи. Лес, ехала. Стоять. Я не буду стоять туда ФК. Я на XBKB-ху буду делать, ребят. На XBKB-ху. О, виндетчик. О, 2 левела, nice. Неплохо, кстати. Но хп на руб. У него сол ринг, он зарегенится. Блин. Ладно, я пошел соло искать. Не знаю, не хочу, что-то ребята пассивные. Не хочу пассивно стоять. Хочу драться. Хочу драться. Инвокера найти там какого-нибудь. Они на низу все. Ой, жесть, я сейчас себе столько хп солью под армлетом, под лагами. Жестик просто. А, нет, нормально. А, тавра нет, да? Ой,
Ну, меня спалят 300 раз. Я на миду остановлюсь, зафармлю на миду просто. На миду. Хорошо. Они там вместе сейчас будут, не знаю. Лок еще будет. Хорошо, и на ребят побежали. Оп, хукшотик. Нет хукшотика. А зачем тебе хоста, бро? О, найс. Армлет включаем, побежали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ужастик какой-то. Вон на базу слетаем. У нас мидер ни о чем вообще, парень. Просто не знает, что делать в этой доте. Не знает, что делать. Давайте глимерок сделаем, парни. Пока что помощи от мидера вообще никакой нету. Жесть, мы все дохнем. Пятером, го, пожалуйста. Надо давить. Их, вы че? Свен фармить ушел. Так хорошо играли со Свеном, он ушел фармить. Да, вот этого пацана можно. Так, отменяем. Оп, хорош. Вот и все. Вот и все. Свен, короче, начал как 83-й карте плеить дотку. Так, Сэшку качаем. Хорошо. Гоу. Свенчик, дорогой. Свен, го. Давайте, глимер. Жалко, варды не могу ставить. Кому-то пихнуть может их? У меня нету просто слотов, надо на инвока держать, дасты. Глимер сделаем, дальше БКБ, парни. С глимером будем забегать замес, чтоб нас никто не видел. Аккуратненько. БМ там, там у Клока БМ, по-моему, да, он вылазил. Прошлые драки с БМом. Так, ребята не торопятся нам помогать, не хотят. Не хотят, давайте урну дадим сюда. С инвоком зажали. Я понял, Свен не торопится, да? Близ. Я маны нету, что ли? У меня же мана есть, все есть, не дает просто ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Да это ГГ. Это ГГ. Вот это надо цеплять. Так, подхилимся. Армлет нельзя выключать, на нем горелка, блин. Дай, добью. Хорошо. Хорошо. Тяжкая катка начинается, ребят. Свен что-то потерялся, кнопочку нажать не может. Но будем тащить пытаться. Будем тащить пытаться. Пока что тяженько. Тяженько. Есть ошибки, есть микроошибки, есть макроошибки. От блока БКБшку и ломать их. Давайте похилимся. С инвоком лейть крайне тяжело будет. Если инвокер хороший, а там, ну, вроде такой он позиции держит. Да, не бежит первый. Вроде не дурачок. Будет крайне тяжко. Все, так сделаем. На базу сходим и гоу. Хорошо. Так, ну, Неруба убили опять, да? Стики есть, брат, жми, жми. Ой, хорош. Красава. Свен, блин, не знаю, у него есть дагер, все есть. Не работает Свен. Не работает Свен сегодня, выходной. Ла-ла-ла. Че, на топ тогда бежим? Драки нет, там големы скинуты. Драки нет, голем. На некро, в принципе, могут побежать. Пока что пассивно, ребят, катка. Сори, ну какая получается, такая получается. Пассивненькая немножко. Так, на полпути остановлюсь, конечно. Оп, хорошо. Пойдет, побежали, пробежимся. 1400 есть. Нафармим 1600, в БКБ буду выходить.
Можно было бы и аганим собрать, кстати. Каждый раз ультовать, пока. Свен вечно без маны. Вечно без маны, дорогой. А вот этого пацана можно побать. Давайте все-таки, видимо, сами варды будем ставить. Постараемся сейчас дасты как-то будем вот это перекладывать все. Дасты. Перед тем, как юзать, короче, способности, желательно переюзывать этот инвиз ПТ-шечку на инту, ребят. Потому что проблематично становится, если вы ПТ на инту не скидываете, у вас слишком много тратится. Давайте завардим тут. Тут хлопнем. И вот тут хлопнем. Актив поставим. Сами поставили актив, ребят. Потому что союзники не суетятся что-то. Не хотят. Не хотят союзнички помогать. Хорошо, вот это вот туда. Отлично. Во, во, во. Первая вылазка, блин, и эффективно, ребят. Эффективно. Почему? Потому что мы зашли в лес, поставили бардики. Все хорошо. А тут клок. Плохо. Плохо. Я почти всю ману потратил. Ой-ой-ой, инвокер сейчас покажет, как надо в доту играть. А чё Свен испугался? Жесть, Свен, конечно. Ладно, я ушел. Свен вообще ужастик. Это ужастик, ребятки. Свен просто ушел. У него все есть, он ушел. Ладно, фармим БКБ соло, будем драться, парни. Вообще лучше молнию там, да? Вообще баратрума молнию собирает. Он в толпу забегает, да, его начинают бить, и молния вылетает. Там сейчас жесть происходит. Давайте так и будем пытаться делать. Фармим. Если у нас такой Свенчик, он что-то теряется. У нас Некролайт, короче, максимально странный. И Свен. Вроде со Свеном лайнинг выиграли, да, а он что-то это, такой ленивенький. Кстати, лотус тут можно? Нет, лотуса тут не собрать. Тут он не нужен. Лотус. Нету направленных способностей особо. Особо нету. Так, 2000, хорошо. Монетку, пойдем монетку заберем. Второй можно юзать по КД, ребят, но не забывайте, что потом вы просто медленнее будете. Самое, ну, типа, импактное, если вы хотите там, да, образно до крипов добежать быстренько, чуть оп, нажали, пробежались и погнали. Дальше. И погнали дальше. Варлок что-то стоит там с аганимом. Варды ставит, да? Варды ставит. Ну, далеко. Пойдет по низу. О, можно чаржиться. Можно чаржиться. Хорошо. Вот так, да, по кайфу. Ганганули. Варлок бы меня увидел, может быть, големов бы кинул. Поэтому я через глиммер начинал. Ух ты. Глобалки нету, да? Опа. Ух, там Свен тушит. А я армлет не включаю, бью. Ой-ой-ой, я просто, блин, армлет не включаю, стою, луплю, что-то думаю, что-то забыл. Я о чем-то задумался, о какой-то ситуации, что мне что-то нужно сделать. Мне что-то нужно сделать. И такой, дасты дал, там тех обзвонил, стою, армлет не включаю. Вообще по кайфу дота. Ну, мид сломаем, пацанам. Ломаем мид, пацанам. Собираем артефакт, как раз золото будет сейчас. Ох, голем сейчас. Я пошел, пацаны. Мне тут не интересно. 3400 у нас есть, ребят. О, Свена наказали. Ну, кстати, успешная драка, но не факт, что выигрышная катка. Драка дракой, но... Драка дракой, но все равно. Так, 3700, да? Я, наверное, сделаю БКБ. А потом молнию. Поясняю почему. Потому что БКБ сейчас, мне кажется, импакт не выйдет. Там клок прыгает, да? То есть вот какую-то грязь вот это мы сразу отсеем. И все у нас будет хорошо. Поэтому лучше БКБ. Лучше БКБ. Если бы мне дали спокойно драться, да, там. Я бы, ну, как бы, без вопросов. Без вопросов собрал бы молнию.
Думаю, все было бы лучше, чем сейчас, да? То есть, ну, раздамаживал бы. Если есть возможность раздамажить, собираете молнию. Если нет возможности дамажить, то, соответственно, собирайте БКБ. То есть, если вас постоянно прессингуют, то желательно, конечно же, собрать БКБшечку. А нас прессингует. Ну, то, что у меня там КДА, вот это, да, типа, это фигня вся. Вот на самом деле, я под прессингом постоянным. Там големы летят, там все вот это. Ну, големы все равно простанет. Самое главное, это от клокверка. Немножко безопасится. От клокверка чуть-чуть. В принципе, АЭСа хватает, ПТшку на ловкость ставишь, вообще по кайфу. АЭСа хватает. Пойдем. Так, у нас есть раз, два, три, четыре. Четыре слота пока что. 27-я минутка. Жесть, Зев, смотрите, уже еще солбустер купил. Жастики. Так, надо дасты, ребятки. Надо дасты. Продаем вот эту вещь. Покупаем вот так, вот так, вот так. Так вот делаем. Дасты надо. Инвокер солбустер тоже купил. Чего у них за мания на солбустеры? Здесь зачем ты жмешь глобалку, брат? Вообще неадекватная глобалка. Ладно, погнали драться. Так, Неруба ГГ, да, сейчас тут кнопки будут. Инвокер молодец, что-то умеет компоновать, да, какие-то кнопочки. Умничка. Хорошо делает. Можно Рошана пойти. Хорошанечка. Next молнию. Я бы тут молнию собрал и еще что-нибудь. Не забывайте, что иногда можно и БМ собрать. Вот если я чувствую, что БМ не нужен, то как бы я его и не тарю. Как бы со Свеном лайнинг хороший был, сделал армлет фастовый. Это очень хорошо. Очень хорошо. Погнали. Свена сколько там дэмэдж? Свена поболее дэмэдж, давайте отдадим. Погнали. Хорошо. Свена бы. Поклок идет. Надо отойти. Ой, да ладно, забрала Егу. Осуждаю этого Свена, надо было мне забирать, стоять. Ну, у него, видите, как у Свена, не удалось чуть-чуть. Не удалось. Не удалось. Гоу. А деремся все равно. Ух ты. Прикинь, мне это вылетело. А я убежаю. Убежаю. Жесть. А, это глимерочек, ребят. Да, я же БКБшку и не юзал, кстати. БКБшку не юзал. Хорош. Может, подсейвлю его? Может, и подсейвлю. Оп. Молния мало нанесет там. Беги, беги, дядь. Все получится. Я МС даю. МС даю, дядя. Ой, и прикиньте, если бы меня сейчас под этого подцепил. Это было бы... О, колодец взорвал, видели? Жесть, его дает. Молнию надо. Чтоб драться. Но Свен сейчас отдал Егу. Ну, топорик не выложил, не стал забирать. Не выложил. Ребятки стоят. Я подрался вообще по кайфам. Не с таким количеством. Гоу. Хорош. Сюда. Пойдет. Ну, такое слишком большая трата. На одно Зевса БКБ. Надо было инвокера урну давать, и все. И тушить его. Урну даст, и поехала. БКБшку просто так всадил я. Ладно, на топе задушим. Гоу. А опять на крипа нажал? Нет, не на крипа. Найс. Вот так помансим, сейчас Свен поможет. Хорош, вот он. Пойдет. БКБшку нажал. Маны нет, но вы держитесь. Давай отойдем. Инвокер жесть поливает все равно, да? Угу.
Нокер поливает по-страшному. По-страшному поливает. Найс. Пойдет. Живой. О, найс! Прям на вставочку. Главное ракеты не поймать еще. Есть на ТП у меня. Хорошо. Жесть, как выжил, офигенно. Кайфу. Ульдевса закайтил, ракетку отзонил. Там переармлетил второй. То есть вот это надо выкидыш. Хорошо. Круто, круто. Октарин инвокер собрал. Вот дает. Вот дает. Так, молния, да? Молния фуловая должна быть. Фуловая молния, можно тушить. Вардов опять нет, поснимали все. Тяжело, я не могу варды ставить. Сейчас начнется такая стадия, когда не будет хватать дастов. Урну придется продавать, наверное, ради дастов. Сало не хочет категорически вардить. У меня нет золота, блин, на вардинг. К сожалению. Хорош. Големы лютые. Я не хочу хапать, дядь, отстань. А че ты на меня направил? Я тебе что сделал? Свена убиваешь. Свена ж может убить. Он у Свена хп нет уже. Свен от големов сдох. Да они через БКБ пробивают, дядя. Ой, санстрайк будет чекать. Свен вообще смешненький. Смешненький Свен. Сала гив вард, плиз. Или... Take words. Let's go. Take words, bro. Такой, где вар? Аронвуду кинул. Наконец, 33-я минута. Аронвуду выкинул. О, подеремся, пофиг вообще. О. Туши его нафиг. Ой, хорош. Пойдет. Толпой заколотили его. Все на дефе. Все на дефе, говорит инвокер. А я на дефе забегу в хайграунд. На дефе забегу в хг. Ну катка, в принципе, такая бодренькая все равно. Бодренькая. О, свенчик решил погреться на солнышке. Как раз солнышко горит вон, видели? По кайфу. Оп, найс. Я низ хочу. На топе нечего там делать. На топе нечего делать. Без Свена так уж тем более. Зря они там идут драться. Ой, до конца идут драться. Шесть. Ну ладно, буду чаржиться. Буду чаржиться. О, на инвока прям зачаржил. Даггер не юзает. А, у тебя нету даггера. Ну тогда ты мой. Здравствуйте. Лол. Кринж. Кринж, ребята, это кринж. Ладно, сейчас молнию апнем. Молнию апнем. Еще какой-нибудь слотецкий сделаем. Сейчас клок будет прыгать. А я свен. Я буду драться, мне пофиг. Я БКБ не юзал даже, дядь. Ты куда его затолкал? В барак туда затолкал я его. Жесть, подает. Подает этот баратрум. В барак затолкал куда-то я его там. Жесть. Ой, ребята, там флеймят друг друга. Ну, плохо Клокверк играет. Я ж не флеймлю этого Никарлайта. Толку, он все равно не научится. Я его буду флеймить, Некар все равно не научится играть, ребят. Ого, молния апнутая. Молния апнутую делаем. Я ж не, если буду флеймить Некар, он же не научится играть сразу же, мгновенно. Подсказать наоборот. Он, я Некру сказал, ты не то собираешься. Он игнорит. Ну ладно, пусть собирает, что хочет. Может, он вообще там по кайфу сидит, играет, парни. Правильно. У нас вон Свен по кайфу играл доту. Вообще по кайфу. Так что, да пофиг. Пофиг, ребят. Пофигу. Погнали сюда. Да что ж пройти там не могу, в двух крипах застрял-то. Жесть. Пройти не могу, в двух крипах. Главное, два сапога в начале. Это классика. Это классика. Я не пойду туда.
Я пойду шестой слот дофармливать. О! Вот это да. Вот это да. Осуждаю такие высказывания. Ребята, держите себя в руках. Осуждаю. Ну, с молнией зато можно по кайф пофармить. Хорошо. Хорошо, бить некому. Ну, тракса, блин. Вот она, тракса. 4 на 5 еще куда ни шло, но не 3 на 5. Это жестко. Големы могут бить. У них, они на самом деле одну драку проведут, они выиграют эту игру. Вен прыгает. Ух, Зевса бьет. Зевса бьет. Ребята, короче, там тушат. Я тоже буду тушить. Тоже буду тушить. Голема хочу тушить. Дядя, ну ты шо? Я тебя затолкаю сейчас. Хорошо. Ну, ребята решили, короче, в конец вообще там дотушить их. Не, ну с другой стороны, правильно. Я просто хочу еще один слотик подфармить. И попробовать что-нибудь поделать. С эту урну скинуть. Ну, ребята решили закончить эту игру, видимо. Закончить эту игру. Ну, видимо, они правильно делают, что хотят закончить, да? Эх, забрали. 120 секунд, клок. Я допушивать не буду. Я хочу еще один слотик. Муншарт можно взять. Муншарт возьмем. Урну продадим. Хорош. Пойдет. Ну, в принципе, катка неплохая, ребят. Вот, вот что могу сказать. Середину как-то как будто мы потеряли, да? Середина была непонятна максимально. Мега-крипы имеются. Мега-крипы имеются. О, там же там уже все сыпется. Let's go. Затар делать. Нет, не успеваю, да? Не успеваю. Не успеваю. Монетка перевернет тут все. Нет, не переворачивает монет. Такое, такое, ребят. Ну, в принципе, ребятки, катка удалась, я считаю. Эх, не успел докупить, да, муншарт. Не успел. Катка в целом удалась, я считаю. В принципе, неплохая игра вышла. В середину игры мы немножко потерялись с ребятами, чуть-чуть подфармили, и дальше пошла игра вверх. В целом, что могу сказать по этой игре? Были некоторые недоигровки. Мне максимально не понравилась моя вот эта недоигровка, когда я не прожал стики, не переармлетил. А вот тут прикольно получилось. Переармлетил и все закайтил. В целом, по игре, Некролайт у нас был странный максимально, и Тракса ливнул. Это огромный минус. В целом, ганги вроде получились. Стандартный билд на Баратруме мы отыграли. Можно иногда, не забывайте про Блейд Мейлы. То есть, можно вначале собрать БМ, если есть какой-то пассивный дэмэдж. Клокверка немножко тут мы подконтрили. Получается, нас Клокверк сильно не законтрил. В целом, катка получилась неплоха. Но, погнали сейчас некстовые игры. Они будут тоже интересны, ребятки. Обязательно поставьте лайк за эту катку. И погнали в следующую катку. Так, ну что, ребят, загружается у нас некстовая. Что я хочу от этой игры? Хочу в МС собраться, надеюсь, катка получится интересной. И в этой катке, в отличие от первой, от той, как надо, мы постараемся побольше фармить, нежели чем в прошлой катке мы оставляли фарм своему Свену, и Свен затащил игру, как говорится, а я ничего не делал. Все по стандартику, поэтому берем Баратрума, берем что-нибудь на фармьюит, а именно топорик. Топорик, и вот так вот берем, вот так вот, все, отлично. Вот с таким билдом идем на низ, аккуратненько подфармливаем. Аккуратно подфармливаем и собираемся так. Сия будет 100%, будет МС билд. Тревела, Сия и прочая всякая тема. Надеюсь, ребята возьмут нормальный герой, чтобы можно было побегать, там, знаете, типа быстрый Баратрум, во всех смыслах. Поэтому давайте попробуем сделать... И я, ребятки, вот честно, я в гайдах никогда ни с кем не здороваюсь, поясняю почему. Не хочу палиться, что это я, чтобы не было никакой там вот этой вот... Не потому что я там ЧСВ не здороваюсь, а потому что просто нельзя палиться, что это я. Просто нельзя. Просто нельзя, ребят. Потому что потом начнутся. А чё там, как дела? А когда вот это видео? А вот это еще. Кто-то скажет, а что тебе, впадло ответить? А я скажу, ребят, я работаю сейчас на камеру. Типа как вебкам, но только ютубкам. Вот так вот. Вот и все.
Так что, ребятки, не вижу смысла даже общаться в игре. Не вижу смысла. Я в игре стараюсь ничего не писать, стараюсь максимально все четенько рассказывать и распределять для вас, чтобы вам было приятно. Ребятки, не забываем, что в этой катке нам ждут на вставочку. На вставочку надо, надо. Надо на вставочку. Что ты хочешь его сделать? Не убьем. Не смоем. Брод. Напишем. Пост. Рунба. Рунба моя. Я... Керуй. Так напишем. Станигианта взяли. О, Сильверейш напрашивается. Медасик соберем тут, наверное, будем. И я. Он такой, плиз. Я. Он переживает, что руны заберу. Отдай его. Ладно, не суть. Погнали, ребятки. Я... Сларк, зачем мне здесь? Твинхэт остался бы. Зачем там Некролайт этот? Зачем? Бара один. Бара один не будет давать. Я могу дать, конечно, за ассист, да? За ассист могу дать, но типа... Да, кстати, ассист дается, когда просто чаржишь и все. Просто дается ассист. Я фармить буду. Я ферм. Напишу. Я ферм. Ой-ой-ой, вот это, конечно, кринж. Я от тебя вид буду. Так, нужно же ферм. Ты зачем так делаешь? Ой. Ее, красава, брат. Прожочек есть, я ферм. Жесть. Я ферм. Я ферм. Сможешь щиток взять, потому что тут на пацаны. Вэйя. Я ферм. Дай ферм. Я ферм, брат. Эй, не добиваю. Сейчас бы с топориком на баре не добивать. Иф. Ты, видели, да? А я нет. Эй. Так, берем вот так вот. Стики. И вот такую вещь берем. Хорошо. Бара один, бара один, бара один, брат, бегу. Я бегу. Хорошо. У меня, в принципе, есть много хп, да? По идее, я должен там убить и пережить все. Хорошо. Сбил, прикиньте. Каст прям. Я только ударить, и он меня сбивает. Юглоску. Лоску какой-то. Парень, юглоску. Ну ладно, сфидели, ничего страшного, ребят. О, там гусик скушал, сдох. И мог выжить, кстати, его там тавр перестал бить. Ну пойдет, пойдет, золото апнули, все. Дастики надо. И перчаточку в мидас. Потом сапожки, фазики, через фазики. Поясняю, почему фазы. Быстрее бегать. Нафиг просто. Тебе нафиг просто. Да в смысле тебе нафиг, брат, я фармлю. Отстан. Отстан от меня. Я ферм. Я ферм. Ой-ой-ой. Я ферм. Вот это прыжок, десятибалочка. Десятибалочка, прыжочек. Десятибальный прыжок от Сларка. Паунс в окно. Оп, хорошо. Мне главное крипочку тут подзабирать. Я ферм. На руну сбегать. Блин, сапога нет на руну бежать. С мидасом тем самым и плохо, что не будет. Оп.
Найс. Го, по лесу пробеги, да? По лесу. Какие хп там сладкие у аппарата? Можно по КД его гангать. Сейчас парочка крипчиков тут и побежали. И побежали. О, Сларк пойдет ганганет, да? Там хоста. Эй, прыжок будет? Давай вот так вот делай. Ой, забашил меня, прикинь, на войде, чувачок. Чтоб я не забрал Рикимару. Ох, какой прыжок хороший. Раскачанный, кстати, прыжок. Сильно замедлило. Чуктагалус. Почти Мидас есть, ребят. Каждого крипчика зафармливаем. Почти Мидас есть. Почему Мидас первым артефактом, ребят? Потому что так надо. Так надо. Если хотите добиться успекса, то надо Мидасик. Совсем чуть-чуть осталось. Мне нравится, как Сларк играет. По кайфу. Красава. Бара, бара. Го! Го-го, брат! Давай, брат. Поехали. А чё не поможу, делай? Ой, красава. Да ладно, мне золото столько насыпали, как будто я там, не знаю, лотерею выиграл какую-то. Жесть. Гюлюм убил я. Сделал из гюлюм чулюм. Ой-ой-ой. Оф, нэдж, да, такая сейчас прозвучала по всей карте. Жесть, но мне, конечно, нужен сапог. Мидас есть, ребятки, пятая минутка. Это хорошо. Это хорошо. Это крипчика тоже запинаем. И го на низ. Пянись. Зиби, не зиби. Хорошо, давайте качать ауру. Чарша раскачал. Да. 6 дат. Я играю роль в этой катке. И догадайтесь, какую. Дат, фя. Чест. Сейчас, сейчас, брат. Так, ну вот это можно скинуть. А подожди, ты что ты пингуешь? Дат. Дат, чест. Хорошо, побежали, ребят. Жалко, урны нету. Сразу, наверное, в сию пойдем. Ух, там этот уже. Этот там, думчик. Эй, дат. Нифига си. Ух, но Сларк, конечно, пятибальку показал. Сральк. Тирак. Как пригит делищ. Пригит делищ криво. Подает. Да, он упрыгает. Опа. Там 50 еще маны много. О. Пригит дели. Хорош. Это туда же, да? Пригит как делищ. Давай, пинай, пинай его. А еще сапожек ПТшку куплю. Ух. Прям как будто можно и на вставочку. Такой красивый даблкил. Не ожидали, пацаны, наверное. Пойдет. Неплохо. МС раскачиваем. Все, сию делаем. Сию. ПТшечку купил. Фармию и делаю. Ребят, все кошерно. Думчик 5 левел. А че я тогда посмотрел, как будто у него 6. Сейчас делищ. И драться хочешь? Давай драться. Я не хочу драться больше. Отстан. Не хочу драться с ним. Так, делаю. Там аппарат ультанет, там все дела. Там надо многоходовочки надо продумывать. Побежали. Сюда становишься, чтобы специально подальше держануть. Подальше. Ух, хорош Тини, но не хватает немножко дэмэджа.
Чест. Ой, хорош, сейчас сделал. О, там снайпер соло убивает уже. И не лагай, дядь. Не лагай, дядь. Так. Но это Яша уже есть, ребят. К слову. Сёрт. Вот это осуждаю максимально. Сёрт. Что там, на топе весело, да? Побежали, пробежимся, парни. Там думчик тушит. Сёрт. Он лагает, да, походу. Я затушу его сейчас. Медасик кину, затушу. О-о-о! Меха! Молния, нифига себе, молнию могу забрать. Круто. Неплохо. Медас кинуть не забывайте. Я молнию спрячу, да? Сларк несет себе ее уже, прикинь. Давай, 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 надо успеть. Смотри, какая крыса, а. Смотри, какая крыса. Перекликать надо, пацаны. Смотри, что делает, да? Пытается выложить. Пытается выложить. Иди, Бара. Иди, что стал. Вот. Вар. Мне нужнее. И все ложит себе. Прикинь. Ой, ну я не перекликал его. Там, походу, гениально. Там, походу... Поняли, почему? Это даже состязания специально такие по-любому делают. Типа этот... знаете, специально заводят в лобби ребят, которые вот это сидят такие... Пальцы размял. Ливер только появляется. Стун, и все начинают... И кто кого перекликает. И потом, короче, первые места занимают за эту тему. Вот это жестко. Не, ну осуждаю Сларка. Так, Яша есть. Сию Декс там, парни. Ну, не знаю, забрал он, конечно, это. Хреново. Мне нужнин. Напишем. Плеси. Да там, думай. Сейчас ультапарата будет. А, отойти надо. А так сделаю. Оп. Медас. Хорошо. А, вот он ультапарата. Да, блин, он в меня прям целился, что ли. Так, иксовочка. Погнали на мид. Мольни. Напишу. Крыса, да, на Сларке же есть. Но он победил меня. Он победил меня. Перекликивание. Так, ребят, билд на МС. Билд на МС. Убить его, убить и... Убить его. Напишем. Он млёни... Украл. Хорош. Сию делаем, как старые добрые. Старые добрые, ребятки. Сия у нас есть, ребят. БМ, не знаю, БМ. Ну там Бара, ой, Бара, там этот Войд может сделать БМчик тоже, парни. Как думаете? БМчик неплохо зайдет. Так, Сия есть, хорошо. Если Войд вообще не дамажит там. Давайте пробежимся, парни. Млёний. Вот так сделаем. Хорошо. То есть там такие дотки лютые. Ой, ну не успел, прикинь. Некролайт закрисил. Жесть. БМ на этом, на Джакиро даже есть. На баре нету. Пойдет. МС билд главное сделать. Главное МС билд сделать. Да, катка, конечно, максимально неинтересная. Там будет интересно собраться сейчас так. Надо, чтобы пару раз им чапалаху дали. Без помощи. Тогда мы
немного поднасрутся. Камбэк над ребята оппонентовичи. У меня 11 левел, жесть. Не дай лад. И когда крысы такие, да, играют. Так, вот так делаю. Не дай лад, говорит. Жесть, я уже очень быстрый такой, я чувствую прям сила ног быстрых моих. Сила моих ног очень быстра. Прям очень быстрый я уже, это прям заметно. Очень быстрый. Это без пассивки, вот 450 без пассивки. С пассивкой, ну, 522, 100% будет. 480. Ну, странно. Немного дало. Немного. Так, ну это Юл. Юл на МС. Хорошо, Визард остается. Я ребятам пару драк не буду помогать, чтобы оппоненты немножко камбэкнули на контентик. Млёний, куда дель? Млёний. Млёний Кура, что ли? Извините. Он продал их, что ли? Сларк продал молнии? Лоу. Млёний нету. Да вы что там фидите им? Хватит. Хватит, дайте им чапалаху. Я даже помогать не буду. Пусть Войд купол поставит, там пацаны все сделают. О, купол. Ой, хорош, хотя бы в драконозавра. Дракон не застыл почему-то. Ребята должны хотя бы дракона одолеть. Там дракон, дракон погибает. Хорошо, красавы. Молодцы. И можно сейчас, кстати, и некру еще дадут чапалах, я прилечу. Некру, если дадут еще, я полечу. Я полетел. А, некро не убьет, да, походу? Прикинь, чуть-чуть выживет. Оп, смотри, какие стрейфы у меня лютые. А, найс баш, все. Все, 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 я понял. Понял, понял, понял. А, попробуй догони. МС билд покажу. Попробуй догони. Попробуй догони. Дай. Оп. Оп. 522 МС. Красиво, блин. Не знаю, очень быстро бегаю. Очень быстро. Хорош. Кикают кого-то там. Вот зачем кик сделали систему, да? Так, у меня есть Юл. Визард, да? Хорошо. Крипов всех смял, да? Мне долго надо играть 40 мин пилисе. Вот так напишем. Так, юльчики есть, сейчас очень много МС. У меня сейчас 456. Все, 520, 509, да? Ну, 522, можно сказать, уже есть, ребятки. Вот такой билдик. И next, типа, дэмэдж какой-нибудь будем собирать. Пилисе. Жесть. Че, лотар делаем, ребят? Надо еще сделать наставочку молниеносную. Давайте апнем сейчас, сделаем молнию апнутую, чтобы можно было 1 в 9 забежать, быстро бегать и тушить. Прям по кайфу. Момчик, да? Как старый добрый еще момчик делали баратруму. Момчик. Момчик. Ну, next катка через аганимчик. Тоже кайф будет. С включенной пассивкой. 122, это просто мама не горюй. Мама не горюй. Все будет хорошо. Сыночек дома. Оп. Оп. Все, погнали на базу. 2300. Молнию забрал чел, да? Быстрее бы собрался. А куда он ее дел? Он ее либо продал, либо что, я не знаю, нету у него. Блюм. А, вот они че выкикали. Понял. Ребят, честно, очень тяжело писать гайды, потому что, типа, ну невозможно. Такой трэш сейчас творится в айкапе. Что, обычную катку хрен запишешь. Жалко, что, конечно, чел на сларке забрал молнию. Но крыса, крыса. Крыса, ничего не скажешь. Так, мне, по идее, вот так вот надо, да? И вот так вот, хорошо. Их не хватает, да, места? Как там? Не хватает места, как говорит на развитие? На английском говорит, inventory is full. А на этом не помню.
А, некуда класть. Вот, точно вспомнил, некуда класть. Блин, кайф, вспомнил. Даже без вашей помощи в чате, ребятки. Не забывайте ставить лайки, ребятки, на гайды. Спасибо всем, кто смотрит от души, парни. Некуда класть. Красава, ребят. Спасибо всем, респект. По кайфу писать такие видосы, блин, когда они реально, знаешь, ну, с интересом, да, с интересом. Вот, допустим, вот эта катка интересная должна быть. А, гоу, поможи делать бабушке. Оп, и убегает. Блин, не догонишь. Животное быстро прибежало и быстро убежало. Да у меня 522 МС просто. Просто бегаю. Оп, хорош. Поехали, еще что-нибудь намутим. Кстати, я могу уже ПТ-шку не переключать постоянно. Сия крутая вещь. Именно если на фаст игру. В лейт-гейме сия не нужна. Я редко сию беру, потому что, ну, типа, я чаще всего сразу настолько быстро выфармливаешь в играх с подписчиками, если игра идет на каком-то герое, на таком, на котором быстро фармишь, что я и сию даже не рассматриваю к покупке. Что-то более грандиозное берешь, либо Радиенс, либо еще что-то. И двигаешься аккуратненько. И все. Так, Тиника давайте. Дядь, дай я тебя заколочу. Хорош. Красиво, блин. И так быстро двигаюсь. Жесть. Быстро двигаюсь. Он меня не даст. Млёни. Молнии не дал, чисто. Млёни не дали мне. Похиль. Похиль. Один. Зали кикают. Дай. Один. Не дает. Блин, чё за хрень? А как контент писать? И ой, ну кончен буй-буй. ГГ. Ребят, давайте закончим эту каточку. Кончен буй-буи. Не хотят, ребята, контента. Придется соло тушить. Соло тушить придется. Войт ускакал. Печалька. Берут, ливают. Вот заходят доту играть, да? Ливают. Ливают. Не понимаю я этого. О, понимаю. Эй, ГГ, прям вообще жесть. ГГ, прям хорошо получилось, да? Ну, Сларк, конечно, такой себе. Ларк тоже туда же. Дурдона. Дурдона. Ще, опа. Нас три. Так зачем кикаете? Вопрос. Нас три. А потом жалуются, что нас трое. Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй. What do you need? Так, молния есть, да? Хорошо. Молния есть. Блин, так хорошо, да, начало отыграли. Интересно было, а дальше уже. Начинается такое себе. БКБ купил, ничего себе. Сильный. Ох, Сларк какой. Жесть. Печалька. Давайте в лес нырнем, наверное. Молнию дофармим. Есть. Никакого экшона в катке вообще. Никакого экшона. Ну,
Погнали, у нас есть кнопки. Go mid. Все, есть. Отлично. Главное молнию пробафать, если что, и ульнуться. Будет хорошо. Будет хорошо. Что это идет? Что это идет? Go. Так, хорош. Ой, юлчик, юл. Ну, юл сюда, да. Хорошо. И зачем оттолкнул? Так, его, по идее, с кнопки. Оп, вот так вот. Ой, хорошо, и пошло дело. И туда же. У меня МС 522, я могу бежать просто. Ой, ульт аппарата. Ульт аппарата не кайф. Ульт аппарата не кайф. То есть я вообще быстрый люто. Ужастик. Хорошо. Забежал, выбежал. Круто. Забежал, выбежал. ХП нету, надо на базу идти. Погнали, отбежим на топ. Отбежим на топ. Сейчас войт опять тут купола будет ставить. Есть. Эти две хилки на топ пошлем. Захилимся. Очень ранний мидас в этой катке получился. МС-а очень банамана-мана. Много. Рили, интересный билд, ребятки. Тоже, как имейте в виду, интересно так собираться. Интересно так собираться. Сейчас регенимся и погнали. Регенимся и погнали. Погнали. 2000 хп, ё-моё. Страшно. Интересненько. Интересненько. Давайте купим бабочку. На промахе. На промах бабочку купим. МС есть, все есть. Бабочку. Давайте бабочку сделаем. Ребята там походу камбэчить собрались. Давайте. Посмотрим, у кого яйца железнее. Крепочку побьем в лесочке, будем сильнее. Бабочку сделаю сейчас в лесочке, да, и погнали. Умничает сидит. Всю игру сидит, умничает. Засранится. Такой чел чисто. ЧСВшник. А он думает, что я ЧСВ. Вот так вот и живем, ребятки. К сожалению, в нынешнее время довольно-таки тяжело. Тяжело тем, что в жизни потерялись ценности. Ценности потерялись. Некор такой ЧСВшник. Я кайфану, если он фидить пойдет. Давайте, может, его выведем на эмоции, чтобы он пошел фидить и затащим. Нетер фидер. Давайте попробуем. Нетер фидер. Самые интересные катки всегда начинаются с того момента, когда идет какой-то тильт в игре, и ребята начинают руинить. Вон он, смотрите, фармит эншента. Жесть, то есть можно так подловить тему эту. Тему эту подловить и кайфануть. О, ну сейчас будет драться. Драться будет жестко сейчас. Сейчас будет драка. Чувствую себя быстрый. Офигеть. Просто нереально быстрый. Детекшн бы какой-то. Детекшн бы какой-то. А, сервак погибает через 5 минут. Осуждаю. Как же гайды дописывать-то? Как же гайд дописывать-то? Что, у меня стилить собрался? Сларк, конечно, такой себе.
Некр со скади. Ой-ой-ой, бро. Ну ты чё? Ну ты чё? Ты чё? Надо драку, ребят. А то пацаны там одеваются по чуть. Надо драку. Уже почти бабочка есть. Толкаем по лайнам. Толкаем по лайнам. Хорошо. Толкаем по лайнам. Крепочки жесть. Сейчас побегут побыстрее. Вот меня закупал, в принципе, сольет. Бабочка будет, тяжелее ему будет сливать. Отойдем. Вот внизу стоит. Так, 2200, да? Хорошо, тени уже гоним прикупил. Гоним прикупил. Вместе собраться бы как-то. Вместе собраться, чтобы купол когда поставили, и я мог спокойно воспользоваться своей задачей, а именно законтрить всех. Так, 2400 золотых есть. Есть. Олег, удар. О, я аж испугался. Прррр, такой звук. Один промах, два, три промаха. Хорош. Взял, все, найс, уехали. Нетер, кстати, подсейвил. Я сейчас дернулся аж прям по-страшному. Дернулся по-страшному. Ты что там, продолжаешь драться, дядь? Зачме? Как бы БКБ не пришлось собирать тут. Они камбэкнули уже. Они уже сильные. Козлевича. Животного. Чисто животного спас. Так, бабочка есть, хорошо. Хорошо. Все, let's go. Бабочка есть, ребятки. Как вы такой билд видели когда-нибудь? Я нет. Нас четверо. Их трое. В центре есть. Все, найс. Разобрались с ребятами. Сейчас молниеносное. Юльчик можно будет поменять. Вот так вот делаю. Побежали. Хорошо. Зайдем спокойно, я думаю. Сейчас пару фражочков сделаем. Забежим. Кнопочки нажмем. Вообще кайф будет. А с бабочкой так вообще столько будет у нас. И промах будет. И скорость атаки. Блин, такой кайф. На самом деле кайф, ребятки. Кайф. Давайте сейчас что-нибудь попробуем. Учудить интересное. Промахи кайф. И медасик продадим. Нетер. Так, погнали по топу. Сларк у нас. Не знаю, Сларка надо продать. Надо, чтобы Сларк впереди. Сларк. Сларк, иди первый. Сларка надо продавать, а сами будем дамажить. Он стоит. Хорош. Надо Сларка продавать. Во-в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 о. Офигенно. Офигенно. То, что нужно. Так. Надо было юльнуть его, короче, да? Чтобы рипер закайтить. Бабочка есть. Где Войд? Войда покажите мне. Войда покажите мне. Сейчас Войд будет вчетверых прыгать. А вот так вот, да. Хороший купол. Неплохой. Сларка, туши, туши, туши его нафиг. Туши его нафиг. Бара виноват, точно. Тушу. Просто с руки расхреначило. Есть. Ревивины баубацки. Ревивины баубацки. Оп, давай, дядь. Еще разочек. Еще разочек. Даже ничего жать не буду. Просто тут его захреначит сейчас. Есть. BMW. Там Войт еще бегает.
Какой-то еще бегает. Опа, дядь, а я тут. У меня 502 МС и много дэмэджа. Очки, очки большие у меня надеты. Жесть. Это люто, на самом деле. Очень такой лютый билд. Но, к сожалению, тут не на что было смотреть абсолютно. Не на что, ребят. Не на что. Бара это фаново. Сейчас еще муншард купим. Посмотрим с муншардом, что будет. И Лёх Сларк. Да. Шарт го купим. Билан при чем тут? Билан, зачем? Зачем? Зачем Билан? Зачем Диму Билана оскорблять? Осуждаю. Его так сделаем. Зачем? При чем тут Дима Билан вообще? Билан? Осуждаю. Погнали, ребят, посмотрим, на что способен этот билд. И на иллюзию бегу. Не, хп что-то немного. Жесть нахреначит. Пинь-пинь-пинь. Жестко. Пинь-пинь-пинь. Че, драка началась, да? Ну я иду, нетер. Нетер, я иду, нетер. Нетер, я иду. А войт уже. Запинал. Так не меня, дядь. Но у меня промахи. Работают промахи. Не работают промахи. Ну и ульчик есть еще. Спасибо. Ну, хорош. Сейчас где мои промахи? Почему? Ни одного промаха, видели, не вылетело. Это как вообще? У меня что, бабочка сломалась? У меня, походу, бабочка жопнулась. Пацаны, что за дела? Мне это не нравится. Бабочку сейчас надо выложить. Прибегу, выложу, подниму и будет работать. Да? Ого-го, я сейчас покажу, как раки зимуют. Чест. Хорош. Уйди, крипа на Иву поднимаю. А, не, промах работает. Работает промах, ребят. Крипа на Иву поднял, вообще все как надо. Странно, но, если честно, дэмэджа не сильно много было. Но было забавно. Было забавно. Надо было бить до конца, я просто побоялся, что застанусь. Просто тыдык. Но бьет больно. Бьет больно и быстро. Слишком много дэмэджа, видите, у меня армора нету нифига, пробивает поэтому. Поэтому пробивает. Ну, довольно-таки интересно получается. Жесть. Рикимару тучей солит. Тоже. А может это Рикимару и промахи мои были, там промахов много было. Да нет, там много промахов было. Странно, но как будто вот тут не работала бабочка вообще. Надо просто Сларка продавать и забегать затушивать. И все. Все будет отлично. Отлично. А так хз. Тиника баратрумом убивать не очень легко. Не очень легко. 36 минут, непонятно чего. Рики сейчас прыгать будет. Главное поэтому по макроперы бегать. Все, огонь будет. Рикимару не будет прыгать. А если прыгнет, сдохнет, то он долго висит, этот пюре. Макро-пюре. Да иди на макро-пюре, встань, ё-моё. Сейчас Рики пойдет, встанет, не переживай за тебя. Не пошел, все, закончилось. Закончилось. Жесть. Скади. Рики там БКБ, все по БКБшке. Гиперстоуны. Такую фигню покупают, пацаны. Водают. Водают. Так, ну это, наверное, катка такая, да, подзатянутая. Сейчас мы пойдем тушанем. Пойдем. Let's go. С таким билдом мы должны уничтожать. Сюда БКБ пихаешь просто. И сюда travel. Муншард хаваешь, покупаешь кирасу. Жесть, сколько денег надо, да? Опа, нифига себе, деревья срубил, здрасте. 100 дэмэджа всего у меня с руки, плюсом. Гоу. Мне кажется, спокойно зайдем. На Сларка весь проказ дадут. На Сларка весь проказ дадут. Жесть, побежали, смотрите. Жастик какой-то. А вот и нет, не угадал.
А вот ты, нет, не угадал. Оп, юльчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай я его так сделаю, дядь. Вот это настоящий, бью его. Тан-тан-тан-тан. Ну, Рикимару тушь. Я сейчас толкать его буду под тучкой. Не попал, не попал, не попал, попал. Оп. Давай аппарата туда же. Есть. Блин, ну забавно, не знаю. Все равно забавно. Вот даже не знаю, включать эту катку в гайд или нет. Или нет. По рофлу. Давайте по рофлу, пусть остается. Если что, добавим одну катку. Позже. Позже. Пойдет, ребятки. В принципе, МС билд, ну реально, интересно выходит. Жалко, не было особо оппозиции какой-то. Но катка получилась, не знаю, фановая. Может и зайдет. Я ее оставлю. Если что, будет, возможно, 4 катки в гайде тогда. Пусть будет, ребятки. Пусть будет. Это будет фановый билд. Погнали теперь на третью игру. И сейчас мы сыграем через Аганим. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас катка. Ластовая или некстовая, не знаю пока. И что мы тут будем... Ой. Да. Я помер, если что, если кто не понял. И что мы тут будем делать? В целом, каточка через Дагон и Аганим. Да. Дагон-Аганим. Ребятки, Дагон-Аганим. Эта катка будет Дагон-Аганимовая. Жесть, Тинкер во мне резнулся. Вот это да. Смотрите, какова наша задача будет? Наша задача будет в целом как можно раньше выколотить себе Аганим, гангать и делаем Дагон. Все, и будет офигенно. Как мы этого будем добиваться? Ну, не знаю. Давайте возьмем вот так, В. Вот так вот. Вот так вот и Цешечку. Все, вот таким билдом идем на топчик. Подфармливаем. Подгангиваем. И тушим. Если сейчас будет сразу хороший фарм, я сразу сделаю догон. Начну с догон. Сапог догон просто, без урны даже. Если фарм будет не очень, будем постоянно. Тык-тык-тык-тык-тык, чтобы можно было. Можно вообще к 8-7 минуте сделать догон спокойно. Просто фармить и все. Так, там два инвизера. Кару надо. Напишем кару. Хускар, нормально. Надеюсь, такая катка получится интересная. Через догон катки интересны. А через Аганим так и вообще. Аганим прикольная вещь. Я даже думаю на этот, на постоянной основе Аганим собирать. Потому что очень маленький колдаун становится. То есть, прикиньте, вы... Иногда так не хватает ультимейта, да, на Баратруме. Он не сильный, этот ульт. Он реально не сильный. Но, если убрать этот КД, так он становится реально неприятным. Потому что ты, получается, вносишь дизейбла на 2,5 секунды одного чела. Толкнул. 2,5 секунды бьешь его. Потом ультуешь. Еще относ даешь ему на 1,6. Еще выносит относ. Итого. У нас получается очень много дизейбла. 5 секунд. Я фармит. Зодиак. На спектре Зодиак. Я фармит. Так, вот тут взяли, да? Угу, втроем. Ну, я тут не хочу дохнуть. Зевс. Год драться. Ты, нападение на нас произошло. СК туши. Туши СК, одет Зевса, молнии. А чё молнии не дает на Зевсе? На Зевсе молнии не дает до последнего. Тянет что-то. Зевс не дает молнии. Могли сразу захарасить. Сразу. Так, ну пойдем, не зря я тут буду фармить, видимо тут... Тяжеленькая катка будет, но посмотрим. Так, мне главное 150 маны восстановить. Дальше посмотрим уже. Как-то все будет. Ну, соточку маны восстановили. Хорошо. Бара с топориком. Конечно, чтобы Зевс не фармил. Куриона можно будет подтушивать. Так, что тут лучше взять на лайне сразу? О, так тут трипла. Трипла, что ли? Или они будут пушить? Будешь закрывать? Закрывай, что ты.
это такое? Оп, хорош. Тинкер там. Спектра Тинкер стоят в лайне. Такое тяжко там будет. Так, ну сапог, в принципе. Сапог. Пускай разонят в миду. Что Фурион тут делает? Блин, вас не веселит Фурион? Что он тут делает? Почему он не фармит? Он просто же время теряет. Ну вот и вы говорили, топорик это плохо. А я вон как фармлю с топориком, хорошо. Вообще по кайфу. Давайте стик возьмем. Стик. Подеремся. Оп, хорош. На кнопке развели. Отходим аккуратненько. Оп, и побежали. И стана нет. Дядя, не надо, пожалуйста. Эй-эй-эй. Ну, если честно, мне нужно тупо тут, знаете, фармить на лайне. Поясняю почему. Потому что Зевс максимально пассивный. Он кнопки будет давать только на стил. На разминку не будет давать. Если честно, я сейчас надеялся на то, что прокнет баш, ребят. Баша, естественно, не было. Вот и вся история. Поэтому возвращаемся и просто фармим. Я не хочу. Зевс очень пассивный. Только фидить буду. Апаем левел и стоим. Когда Зевс будет разминать, тогда будем играть. Там станы, тараканы, очень тяжело. Тяжело будет. Да почему F1 через раз работает? Да что, что такое-то? Оп, хорошо. Хорошо. Станы, тараканы. Оп. Поддамажили. Алхимика еще следить бы в лоу хп. В лоу хп алхимика бы следить. Фурион лоу хп там. Ай, вот. Чуть-чуть раньше бы, да? Такой рассинхрон. Но забрали все равно хорошо. Забрали все равно хорошо, ребят. А я думал, знаете, ну, если бы он дал сразу двойку, то я бы набежал бы четко как надо. А я в крипа, я думал, толкну его, и Зевс двойку даст. Ну, понимаете, да, тут многоходовочки, которые не работают никогда. Так, есть. Оп, найс. Хорошо. Есть. Сапожок. Стики и мана. Есть. Кстати, алхимик, возможно, сейчас его убьет. А, нет. Животничество, если что, поможет. Хорошо, я вовремя. Я вовремя. О, здорово. Оп. Да ладно. Нормально. Собьешь таракана, если что, чаржно. Ой, достает все равно, да? Достает все равно. Ну, там маны очень много, я вряд ли его затолкаю. Вашей нет, но вы держитесь. Пойдет. Фурион что-то тпхнулся. Ну, судя по тому, что на топе стояла ФК, как бы да. Как бы да. Ладно, ману восстанавливаю, ману чуть-чуть надо. Алхимик вроде фармит, да? Что за относы? Не заберу все равно. Такое. Давай, 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 зажмем. Хуск, ну потанчи, бро. Ну ты чё? Стоит с ультой со всеми кнопками, афкашит. Ой-ой-ой. Тупо стоит афкашит со всеми кнопками. Жесть. Там вивер еще сейчас придет. Ладно, пойдем ва-банк. Ва-банк. Ух ты, ушел. Наверх ушел, да? Регенерация там. Вот дает. Вард стоит. Ух
О, СК подошел. Да ну стоит, бро, играй. Бро, играй. Вообще жесть, Хускар пассивнейший. Жесть, но походу не удастся у нас тут фастовый догон, да, ребят? Вот такому надо кликать постоянно, потому что вообще ужастик какой-то. Ладно, ничего страшного. Может научиться. Там пацан просто развел нас, все подошли. А как как СК пришел к нам? Вообще не понимаю. Жесть. К нам СК тупо в наглую пришел. Через мид там Хуск стоял. Гоу, уже можешь нападать. Го, го, напади. До 6 левела таки он дотянул, да? Ой, ну вот сразу дал бы, да, вот когда ульты нет у алхимика. Ладно. Фармим. Фармим, ребятки. Все будет хорошо. Несмотря на то, что все так вначале плохо как-то складывается, да? Но все будет огонь. Сейчас 6 левел апнем. Сейчас начнем в догончик выходить. И огоним. Вообще огоним должен быть 14-й. Двойку даешь? Или ты не умеешь? Это жесть. Побей ты его, господи. Ура! Сейчас будет вылазить, я заберу его. Хорош. Найс! Наконец-таки! Наконец-таки. Вот это называется солим. Надо агрессивнее ребятам немножко прокликивать. Может, будут кнопки жать. Может быть, но это не точно. Так, кноки прокачиваем. Вообще, кнок желательно максить. Потому что кнок это кнок, это относ. Очень хорошо относить будет. Так, давайте все-таки урну, наверное. Блин, ну тяжелый старт, да, но можно... Давайте, побежали. Вот так дадим. Так дадим. Ой, отразил, прикинь. Так, ну у меня будет мана, если что, закай. Вот я опять с тараканами забегу туда. Да чтоб тебя. Чтоб тебя, блин. Хорошо, регенимся. Погнали. Будет вылазить. Оп, давай его. Ну и хорошо. А я ничего не взял вообще, тупо ассисты. Вот поэтому догон. Нет, фастом догон делаем, ребят. Вообще не варик. Без вариантов, догон. Догон, пацаны. Без вариантов, догон и все. И потом огоним делаем. Догон, потом огоним. Вообще без вариантов. Не могу фармить. Не дают. Когда оборот рума обижают, надо догон делать. Пацаны. И какой, блин, относ плохой, да? Сейчас догон уже будет. И огоним начнем делать. Догон первого левела ставим и начнем делать огоним, ребят. Чтоб можно было прокастами тушить. Чук-то галус. Пойдет. Погнали, кура есть. Все есть. У алхимика все плохо. О, найс. Погнали на топчик сразу. На бесплатную ману. На бесплатную ману. Дофармливаем догон. Копеечка остается, ребят. Блин, ну начало-то такое. Жесткое. Жесткое начало. Ускарчик лес ушел, что ли? Эй, ну да. Лол. Чуть-чуть раньше бы работали, да? В дотку. О, там смотри, кто идет. Го, кто идет. Пойдет. Хотя бы так фражочек да забрали, ребят. Хоть и не я забрал, но хрен с ним. Ничего тут не поделать. По-другому? Не варик. Сразу нажали кнопки, ультанули, все, гг. Сейчас догончик сделаю, начну работу, парни. Догончик сделаю. И огоним некстом прям, сразу. И огоним сразу, после догона. А СК что-то заблудился в лесочке, походу. Жесть.
1300 хп с ПТшкой. Кстати, фазы в прошлой катке я и не сделал. Я хотел фазы сделать, но сделал этот ПТ-ху. Это странная тема. Ух ты, блин. Подает на войде. Сейчас догончик будет, брат. Не будешь прыгать. Посмотрим, как будешь прыгать. Чаржи берем. Жесть, вот там драки. О, вот это армлет там. 12 секунд, когда его летает. Он сейчас лоу-лоу-лоу хп будет. Лоу-лоу будет. А, ну все. Включил кнопку. Так, догончик есть. Хорошо. Так, есть догон. 12 минута. Все, ребятки, вагоним, выходим. Вивер, что там? 600 хп. Сразу, по-моему, с прокаста убиваю. Погнали. 700 хп. По идее, должен забрать. По идее, должен. Эх, не забираю. Ну, так вот, не забираю, да. Секс Петра, кстати, даггер дала сразу с ТП-шки. Может, и забрали бы. А так нет. Гоним некстого. И так сделаем. ТП-шку. Буренчика тоже с прокаста, по идее, убиваю. Только их надо видеть. Сейчас завардимся. Давайте, даст тэпу. О. Пусть Шокучи просрет. Или не будет просирать. О, таракашки на подфарм. Хорошо. Оп. Ты, блин. Напугал. На войде. Оп. Если честно, я думал, там купол будет. Я поэтому отменил. Я предвидел то, что он прыгнет вам в меня. И типа нажмет кнопку. Вот дает. Оказывается, нет. Но пойдет. Вражочек-то забрали. Правильно, ребят? Кстати, сразу догон появился, сразу вражочек получился. Кайф. И зря тэшку ломаем. Зря тэшку ломаем. Ух, там СК кастует. Ну кого убивать будешь? Оп, я выбегу. Там еще стан будет. Ой, хорош. Да дай выйти мне отсюда. Я не побегу. СК есть мана. Подойдет стандарт. Гона база. Давайте купим миксовочку. Хотя лучше этот алакрити. Купим. И погнали. На агоним фармим, ребятки. Агоним где-то к 18 должен быть. Я так думаю. Гоу. Опа, там таракан. Вонючий. Не, ну я в тупую не побегу. Надо, чтобы кто-то рядом был. Давайте варды. Погнали, в лесочке поставим варды. Топорик продаем, вардики ставим. У нас все огонь будет. Это все в огонь будет. Ускар что-то там тушит. Солох Ускар там бегает. Делает что-то. Так, это есть. Оп, вардецкий. Вот сюда. Кентавр посреди леса задремал. Устал, наверное. Устал, наверное. Вот сюда поставим. Хотя лучше вот здесь ткнем. Слишком палевно будет под вардом идти. Аккуратненько лучше сделаем. Вот так вот.
Ну, так сделаем. Алхимик. О, сори, чаш не сработал. Вот этого пацана хочу. А мне все равно, я на топ побежал. Опять с тараканами, блин, буду. А, нет, пытаюсь. Оп, вот этого. Хорош. По красоте. Сейчас поинт бустер купим. Го, на базу. Оппоненты уже сдаются. Мы-то еще даже аганим не собрали. Чекайте. Даже еще аганим не собрали. Алхимик фармит. Это плохо. Химик фармит. Погнали. Мид. Блин, не знаю, настолько бредовые игры, что жесть. Загангиваем. Загангиваем. 9 ассистов у спектры, сколько там? Немного. Ух. Дабл килл сделал. Фига себе. Так, ну у меня КД. Побежали вот так вот. Зхуск. Зцуск. Сколько там? 2 секунды. Вот этого сюда вот так. Что с этим хускаром не так? Дай фарм. Хорошо. Погнали сюда. Так, догон КД, жалко, 20 секунд. Че, радик там, брат, тебе принесли? А, нет. 14 секунд КД. Могу попробовать под крипами забрать. С догоном бы, конечно. Оп. Лол. Забрал, найс. Но варники решают, ребятки. Варники решают. Решили, варники. Так, 18 минут, нету еще аганима. Что за дела, хинозес? Что за кликбейты? Ладно. Сейчас купим. Сейчас купим, пацаны. Не нойте. Не нойте. Сейчас аганим будет. И уже каждую драку я смогу стабильненько, спокойненько ультить. Толпу. Бабах, бабах, бабах. Всем от нос. Сегодня за счет заведения. Будет нормально. Ломаем деревья спокойно. Так, аганимчики. Все, это крайний КД был большой такой. Есть, отлично. Накрадабаш. Тинкер что-то далеко прыгнул. Очень далеко. Жесть. Ай, какой купол неприятный. Оп, хорош. Ух ты. Вот это вот так надо делать. Найс, что у меня аганим есть. По кайфу. С аганимом быстренько тык-тык-тык все сделали. Алхимик не пережил. Все, Максим. Догончик. Жесть, они комбускают, да, там СК молодец. Делает вещи. О, вот так можно сделать. Вот так можно сделать. Еще догончик купим, походу. Оп. Ух ты, Сультон! А откуда он знал? Б пишет. Он МХшник, что ли? МХ? СК кастует. Он, я, ну, типа, максимум, что я думал, что СК это возьмет, там прыгнет и все. И я не видел здесь его по вардам. Прошелся он или нет. А здесь всем апхакер, походу. Линку делает вивер. Вот таракан вонючий. Сейчас задушим. Ладно, задержался я там, согласен. Но все равно, откуда Зев знал? А, это логика, да? Читает макру, как книжку открытую. Молодец. А, тут не прочитал. Да, видно, скорее всего, было. Я просто на эффекты смотрел, как крипов расталкиваю, и все, кайфую. Сорян, ребят. Сорян, все как обычно. Молнию собрал. Там СК молодец, умеет прыгать. Умеет прыгать с аганимом, с ультиметимом. Ультимейти. Ух, там молниеносная прока. Так, а Войд даже прыгать не хочет. Ой, даже прыгать не хочет.
Ультимейти. Все, чарж приплыл. Линк, что ли? Линка, что ли? Хиляйся, умрешь. Ю, стан. Стан. Ага, вот так вот. А я иду. А я иду. Найс. Кто там? На крипчика бегу, да? Плохо. В итоге тараканы забрали. Ух, сколько там фарма алхимику. Нельзя такое давать. Такое детям к просмотру не рекомендовано. Хорош. Лол. Ой-ой-ой. Агонимный баратрум. Тетере-тетере. Это ужастик. Бедный алхимик. Он ватный. Дэмэджи жесть как это. Занес ему дэмэджи. Опа, а у него линка есть, а я все равно зачаржит на него. Зачаржен. Но я не смогу только ультануть, в этом проблема. Жалко. Неплохо. А он, наверное, подумает сейчас, как? У меня же линка не сбивалась. Прикиньте, он сейчас подумает. А, вон оно что. Перечарж. Есть. Синий и красный догон. Купил я. Хорошо. Синий-красный догон. Все, что нужно для счастья, это синий-красный догон. Оп. Ой, не успел с ульты, блин. Надо было догонить его, да? Догонить. Вот этот парень, который стоял АФК на меду, убивает. Молодец. Вижен даете, я чаржусь. Пофиг вообще. Вижен даете, я чаржусь. О. Найс. Ну, прессинг лютый. Люто прессингуем их. Пацанчики, бодрячком. Догончик мапаем. Апаем догончик. Там СК молодец, старается, парни, согласитесь. Там какие-то хотя бы даблкиллы делают, что-то такое. Что-то старается. Меня несколько раз убил. Люктоголус там. Хорошо. Бара с догоном, с аганимом. Пушка. Ассисты сыпятся. 16 ассистов. Я, наверное, даже спектру и Зевса. Да, спектру и Зевса по ассистам перебил. Спектру и Зевса перебил по ассистам. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, это плохо. Мне же на вставочку надо. Что кликаете? Ого. Растолкаю всех тут сейчас. Не дают расталкивать. Я все равно ультану. Оп. Дайте жить. Хорош, купол, бро. Догон отразил. Понимаю, брат. В жизни бывает. Догон отражает. Вард стоит. Жесть. Берет догон и отражает. Ну, вы видели такое. Догон отражает. Дай пройти. Рак. Ультану, до туда достану. Жесть. Там дистанция лютая. Но жалко, что сдох. Жалко, что сдох. Дистанция лютая с аганимом. Жесть. Прям достал, нереально круто. Но ребята будут дефиться или нет? Интересно. Походу не хотят, да? Хускары им нечем дефить. Войд немножко не пошел. Не пошло у Войда. Ой, хорош. Не, СК, конечно, радует, Рилли. СК радует. Но, алхимик. Чел на Хускаре перефармленный. Жесть. Ну, я в какие-то моменты помогал. Он фармил, выфармил что-то. Хилочек кидай себе, убивай что-то.
Боится чего-то. Ну, ну вот как вот, да? Хил кинул. Че, боится? Стоит в деревьях. Ладно, бывает, конечно, страшно. Странный какой-то. Странный он какой-то. Да, ребят? А я так и ничего не могу сделать. На вставочку-то хочется, ребятки. Ну куда, блин? Как без вставочки? Якуб. Якуб делит. Прочитано. Давайте вот так сделаем. Закуп делили. Оп, сюда затолкнули, здесь растолкнули. Как вам? Кайф? Кайф по мне так. Так, лещ кидей. Лещ кидей, кто такой лещ? Зачем тебе лещ? Так, 27-я минута, ребят. Пока что все идет как надо. Интересненько. На хайграунд мы еще не зашли, ребята дефятся. И вот эта катка интереснее, чем первая, вторая игра. Давай вот сюда. Погнали. Алло, прием, нас вызывают. Что надо делать? Надо помогать тиммейтам. Правильно, я уже бегу. Опача. Этого относ ультимативная там. Ща-ща-ща, ребята, дождитесь. Я уже тут, я уже здесь. Вот так сделаю. Оп. Эй, чуть-чуть не хватило, прикинь. Чуть-чутьку не хватило. Чуть-чутик. Давайте вот здесь вардик ткнем. Опа. Ой, Зевс МХшник. Зевс МХшник. О. Это иллюзия, что ли? Иллюзия. Иллюзия. МХ, возможно, кстати. Возможно. С мобхаком плывет. Возможно. Так, Хуск в мид выходит. Че, Хускару будем помогать? Ух ты. Дай ацит хотя бы ему, дядь. Помоги. Шива Тинкер. Фермер. На Тинкере. Так, есть догончик 5. Хорошо. Догончик 5. Хускара машина у нас есть. Хускара машина. Задушите Хускара, да? Убьете его, будет по кайфу. Ой, молодцы. Оп, найс. Хорошо. Задушили Хускара, алхимик байбайкается, ничего себе. Ничего себе. Так, пятый догон есть. Чарж, ульт, догон. Чарж, ульт, догон. Комбинация наша на сегодняшний вечер. Наша комбинация на сегодняшний вечер — это чарж, ульт, догон. Но на топе, мне кажется, если я забегу, я не выбегу больше. Эх, не успел чаржануть. Чалька. Да повернись. Только куда-то у меня карта уехала. 1800 хп слишком много, я не пробиваю. Слишком много. А, ты знаешь, что я тут, да? Знаешь, что? Ну, сейчас 7 относ сделаю. Хорошо. Ты куда, дядь? Ну, не знаю, я до сюда добежал, и все, герой остановился. Либо варды стоят вот здесь вот, по кайфу. Чайкл. Чайки. Чайкл. Кинг Саус. Кинг Соус. Линка очень сильно моросит. Тяжеловато кнопочки нажимать. Давай, давай, жми кнопки на Зевсе. Ты че? Ой, отпустил просто. А он с МХ. С МХ. СМХ он. Он СМХ. Можно даже не думать. Я бы, например, дал сюда, скорее всего, потому что, типа... Ну, может, тоже прочитал, но, скорее всего, с мобхаком, потому что и тут тоже было сомнительно. Он с мобхаком играет. На Зевсе. С мобхаком. Кинг Сауси. Так, хорошо. Килы есть чуть-чуть. Чуть-чуть киллов есть.
чуть-чуть киллов есть, давайте. Вардики сразу поснимали там, да, один вард, два. Или не снимали, вот здесь снимали, да? Гоу сюда. СК не дает уходить, короче, с драки. Можно глиммер сделать, кстати. Глиммер хорошо зайдет. Погнали. Акторинчик сюда бы еще. Эзериал Акторин. Дорогой закуп получается. Дорогой. Очень дорогой. Так, на кого перечарнусь? О, то, что нужно. На Войда прям. Прям на Войда четко. Успеет прыгнуть? Ульт. Догон. Отразил. Отразил догон. Ну стандарт, блин. Ох, что-то воет. Что-то воет. Ох, уж этот воет. А МСК где-то будет кастовать. О, он СК бежит же. Бежит на СК, чувачок. Они в колодец сейчас уйдут просто и все. Колодец. Найс. Ой, ну и надо было ж так встать, чтобы двоих подкопал. Ну пойдет купол. Ой, и меня бьет. Найс, красава, бро. Дай ультану. Окей, догон дам. Жесть. Успею. Ну, найс. О! Лол. Не, ну это на вставочку, реально. Забавно. Оп. Ай! Да как так? Жесть. Жесть, как так? Ну на вставочку сделали, по кайфу. Жесть. Просто такой перечарж гениальный. Там топ ломают, пацаны. Ну, ультру, кстати, почти сделал. Я боялся там линка, но потом смотрю, этот летит. Спектрал дагер. И стычки она добила. Да пойдет. По красоте. Ребята, хотя бы тут как-то... О, смотри, смотри, смотри. Фускара сейчас ультить будет. А, нет, Зевса. Молодец. Четко. Четко в Зевса прям. СКА, красава, работает. Так, это вот так вот надо. Пацаны. Есть. Жесть, там этот... Огрызается на СК. Но Вижена нету. Сандкинг по КД очень неприятный герой. Если именно по КД играет. По КДшке. Пойдет. В третью сторону пошел ломать. Осуждаю максимально. Не ломай, дядя. Давай еще поиграем чуть. 6 тысяч золота у чувака. Ну а ей, если что там еще надо. По кайфам пацан играет. Блин. Забавная тема, конечно. Но прошлый гайд был по играм намного интереснее. Это не потому, что там я там лучше играл или просто... Тогда айкап другой был. Это 2 года назад было, прикиньте. 2 года назад играли. Айкап был другой. Не было такого количества ливеров, токсиков. Рили, ну, с каждым годом все хуже и хуже, ребят. К сожалению, к сожалению. Это горько осознавать, ребят. Реально горько осознавать, но это так и есть, парни. К сожалению, айкап скатывается. Но в этом виноваты те, кто в лоу ПТСах сидят. Максимально виноваты в этом. Потому что, ну, это ужас. Это ужас. Так, этого чувачка я забегу за душу. Что ты там мне кликаешь? Что ты там мне кликаешь, дядя? Бабакс. Он видал, как я умею. Догон есть. Бабакс и все. Бубаска. Зачем байбекишь меня? Рейджит, да? Рейджит, походу. Рейджит, парень. Так что, ГГ. С каждым годом все тяжелее и тяжелее гайды писать, ребят. Даже РЛ-ку ставишь. Я 4К ПТС уже гайды пишу. То есть, если раньше там 2К, 3К. Ну, по-разному. Там разные ПТС. Бывает и 6К заходят. Разницы в них нету. И там есть Ракви. Ух ты. Злой, что ли? А, он, походу, специально байбекнулся, побежал на меня. Злой. Не, ну 1700 хп под включенным этим не хочу. Не хочу. I answer
пойдет. Вниз пойдем, потушим. Гляди, шахтаринчик сделаем. Та Хускар сломает сейчас все. Они там соло не задефают. О, алхимик ошибся. Стан сюда надо дать. СК. СК стан не дает. Не дает СК. Не дает. Ультани. Жесть, не дает ультануть. Не достаю. ГГ. Не знаю, ребят, но такая фановая катка с догоном получилась. И она будет, еще будет каточка по-любому. Это не одна катка будет. В любом случае, не одна. На баратруме, короче, давай, даешь там много каток на баре. Почему нет? Почему нет? Вторая катка прикольная по билду была, что-то интересное. Третья катка актив. Но хотелось бы немножко получше. Оппозиция, чтобы прям поинтереснее было. То есть там промахи. Он плотный, жесть, у него худые пайпы все смягчают. А, Войд вылазит, сразу стана дает. ГГ. Да пойдет. Катка в целом пойдет. Пойдет. Как говорится, на вставочку можно. На вставочку. На вставочку можно. Можно было сделать просто из Эриал. Это тоже красота была бы. Зерион. Пойдет. Оп. Мне кажется, СК, блин, может убить этого Хуска. GG. Пойдет, ребятки, еще одна катка. Погнали на некстовую. И так по чуть будем поддалбливать катки. Может и интересную найдем. Погнали некстовую. Ой-ой-ой, ребятки. Ну что ж, давайте крайнюю каточку баратруму посветим. Но... в этой катке мы пойдем через центральную. Да, именно в этой катке через центральную. Почему? Не знаю. Но так надо, ребятки. Давайте центр побежали. Попробуем на центре скатать. Я уже написал уже. Ладно. Ладно, иди. Не будем упираться. Ну, окей, ребят, на миду не будет катки. Настоящий хейн. Да. А может пойдем? Даешь? Иди тогда. Как легко его уговорить было. Ай, бары, мид. Иди. Ты чё думал? Изи мид. Бары, изи мид. Так, хорошо. Соло куру возьмем. Во, все, нас инвокер пускает. Контент самый натуральный. Самый натуральный контент. Вот так вот еще дело, сейчас точно поверит. Смотрите, в общем, ребятки, что мы должны в этой катке сделать. Фастом огоним. Огоним быстренько. Быстренько выгоним. Что это? Что такое стрим? Я спрошу, мало ли. Мало ли я ошибаюсь. Так, хорошо. Что такое стрим? Он такой... Не понял. Надеюсь, катка будет, ребятки, веселенькая. Ох, сколько там грязи. Но есть хотя бы дастики. Кинь настоящую, я мид. Я мид. Ой, все, отстань. Иди фарми. Расслабься. Отлично. О, два инвиза у нас. Хорошо, я еще третий соберу. Короче, смотрите, фастом огони. Why only invisible heroes? Because we are pro players, bro. I will buy more invis. Lothars. Go win, напишу. Так, нет Рики Мар. Хорошо. Хорошо. Так, отлично, забрали. Ай, не забрали руну. Раки. В атаке. Раки. Хорошо. На хард линию, а че ты переживаешь, что ж на вакере? Ля, там толпа целая. Ливир. Играем. И рак, да? Лаг, говорит. Найс, так, мне сейчас придет арба, я буду тычковаться. Оп, у вас хит.
Опла, схит. Хорошо. Чё там у него с АПГ? Пойдет. Ребятки, фармим. Он волков за ним прицепил. Они ему только мешают. Нет, зацепил. Осуждаю максимальное действие ликантропа, но это забавно. Опа, найс от нос, блин. Крутой. Мне понравилось. Короче, первое, что фармим, это сапог. Естественно. Естественно, сапог. Ух ты. А если еще раз прокнет? Их не прокает. Но я надеюсь, не сдохну. Не... Вот эту тычку должен выживать. Ай, да ладно. Прикинь. Ладно, щиток возьмем. То есть, а че инвокера ССшка была? А, вроде была, не дает там. Подлох хп. Побежали, нельзя экспу прогулить. Ля, сколько крипов. Ребята, надо фармить. Надо фармить. Надо фармить. Жесть, сколько крипов. Я не пойду. Нафиг. Столько крипов прогуливать я не хочу. Я и так их всех прогуляю сейчас. Это же сейчас сапог купит, вообще тогда мид слив. Слив мид тогда. Найс. Хорошо. Стой. А можно от нос, пожалуйста? Или это так не работает? Жесть. Ну от нос, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, ну что это? Что это такое? Что за невезение? Почему? ССшка не добьет. Жесть, ну сейчас чарж будет. Хорошо, и на мид возвращаемся. Ну наконец-то. Жесть. Че с относом, ребят, фармим. Относы не работают. Не умею я. Не качал, сори. Дядь, да расслабься, мы их закинаем сейчас, тут запинаем. Вот этого сейчас. О, относ заработал. Так он не работал. Заработал относ. Так, ману восполняем, 200 маны надо. Сейчас, правда, отсыть сразу будет на лицо. Внизу руну забирали, да, походу? Руну забирали, походу. Может, в принципе, Бара нормально может против Химоса стоять за счет того, что у него много армора. Начало я подслил, да, один разочек с видео. К сожалению, ну, по-другому никак. Не фартануло, не повезло. Иногда бывает 2-3 раза подряд спокойно прокает у тебя кнопка, и типа ты убиваешь. Но бывает не прокает, как видите. Жесть, не надо тычковать. Он тычкует, походу, и не могу забрать. Надо крипчиков фармить тоже. 16 крипов всего, ребята, очень мало. Очень мало. Хорошо идет, да? Там руны, наверное, забрали ДДшка у него. Так, не передержал, хорошо. Надо тычковаться с ним. Оп, хорошо. Хорошо, ух. Есть шансы забрать, да? Пойдет. Инвокер застилил, конечно, но... Главное, командная работа. Командная работа. Ребята, делаем. Аганимчик, аганимчик. Так, 21 крип, 4. Хорошо. Алхимика очень больно. Много дэм уже разношу все равно. ПТ-шечку я себе сделал. ПТ-шечку я себе сделал. Хорошо, вот он, махилочек. Мини. Хорошо. Погнали, прогуляемся. Боник там фармивит. Че место фармивит?
Так, левел можно апнуть? Где Люканчик? А, он на топе стоит. Осуждаю. Осуждаю. Так, цешка. Цешка. Фармим. Так, вот так вот делаем. Надо будет тычковать его, если что. Ты, смотри, как делает. Но... С ним нет смысла тычковаться, все хп потрачу просто так. Нет смысла. Надо, когда у него ульты нету, тогда прям на изи. Когда ульты нету, на изи можно. Вот я думаю, сразу в аганим пытаться выходить. Или все-таки возьмем один дастик, на низ сбегаем. На низ сбегаем. Если рванет, бежим. Хорошо. Ман не хватает на ульт. Пойдет за дамажу. Плюс красава. На Вокере молодец, помогает подсчёть. Как раз того демеджа, которого не хватает, да, вливает. Красавчик, лучший. Будет гайд смотреть, будет потом довольный, что помог. Молодец. Подписчик зафоловился и помог, назовем это видео так, да? Молодцом. Прошлая катка очень тяжелая у меня была на Балартуме. Я играл один против лютой команды. И я не дотащил там, ну, как не дотащил. Первые 30 минут, уф, я их там всех вынес. Всех вынес. Дальше очень тяжело было. Очень тяжело было. Хорошо. Хорошо. Пойдем, рунку заберем. Хотя ее, наверное, нету. И надо бы низ сбегать, да? Это опять тот... По-моему, опять Виномансер с прошлой катки, да? Вот это чудо какое, 94. Чисто пушер такой, через змей качается, короче, тушит. Так, ну это вот так вот делаю, да? Чудовище, а не чудо. Руну забираем. Руну забираем. Хорошо. Найс. Пойдет. Хорошо. Хорошо. Погнали, на базу сходим. Хотя вот тут можно вот так сделать. А что такое долгое ТП? Ля. Ну что, что такое? И этот таракан вонючий меня сейчас задушит. Хорошо. Хоть так. Тут будем бегать сейчас, как тараканы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, я сдох все равно. Жесть, помог. Зачем я туда ТП-шусь, да, согласитесь? Не надо было туда ТП-шиться. Ну, я хотел фраг забрать. Видите? Вот этот чел, я его сейчас сниз сейчас. Долго огоним тут к 14 я не сделаю. Фрагов нет, армлет на химике. Химик молодец, заактивничал. Тяжело, реки в меду. Вардов нету, надо будет ставить. Соло я не убиваю, инвокер себе будет со страйком помогать, то будет хорошо. Один. И в поле не воин. Вот этого хотя бы. Он сейчас будет вот этот чел, короче, попадал. Он просто 2-3 качает. А просто вот так вот по лайнам идет и спамит. И все. И никто ничего сделать не может. Не загангать, ничего вообще. Тупо вот чел не контрит. Вот он вот так вот ставит, фармит и все. Его не могу убить. Его поможем. Так вот сделаем. Я заберу этого, наверное, да? 3 хп. Это мой. Хорошо. И ты рак. Ладно, чарженем. И фрага, да, и фрага, да, и фрага. Ну,
вот этого давай. Погнали. Убивай его, бей, бей, бей. Хватит ему бегать. Хватит ему. А то он все сломает нафиг. Так, ну чуть-чуть выровнялись. Но смотрите, по крипингу я просел. Фрагов нет. Но в целом игру делаем, да, как-то пытаемся. В целом как-то пытаемся. Вот этого давайте сразу. Оп, хорош. Мне не надо давать, дядь. Вот я тебя сейчас обозлюсь на тебя. Слишком далеко. Слишком далеко не могу, брат. Поможи. Так, кто-то тпшится там еще. Давайте, наверное, поманем, пойдем где-нибудь. Опа, опять сейчас пойдут толпой прессинговать. Пойдем в лесочек. С лесочка чуть-чуть огоним еще будет, да? Бард с Вена. Да, барды Веномансер покупает. Хорошо. Что лучше, вот армлет или агоним, да? На баратруме. Интересная тема. Хорошо. По чуть-чуть сейчас так, ребятки, подпрессингуем крипчиков. Погнали на базу. Возьмем сейчас вот эти два ингредиента, которые у нас есть вместо топорика. Это... жесть, просто в танка одевается. Брат, беги, карапас, и нажимай стан сразу на развороте. Ух, я сейчас там приду, ух, как я помогу. Ох, как я поможу, и сейчас приду делать. Ой-ой-ой, это мамочка. Игорюй. Он просто стоит, спамит 2-3-2-3. Имбовая на самом деле тема. Виномансер, кстати, имба патча. Вот этого патча 85-го. Имбаланс. Да, не могу чаржнуться. Дайте вижен. Дайте вижен, ребята. Не могу вижен дайте. Оп, хорош. Бегу. Наконец-таки. Три сентрика у чела просто. Прики забрали. А вот это окей. Вот эти стилеры, блин, не дадут ничего забрать на самом деле. То есть... О, пойдет. Пойдет, стилеры дают что-то. Блин, Веномансер вообще, конечно. Жесткий парень, а Веномен. Просто вот этот спам. Это жесть. ХП просто уходит нереально. Пойдем сюда зайдем. Сейчас уже агоним будет. Завардим, наверное. Форманем сейчас вот тут, агоним возьмем. Постараемся. Так, 14 минута агоним, ребятки. Стандартный тайминг. Стандартный. Все, есть. Отлично. Вардики берем. Найс. И погнали. Огонимчики есть. Хорошо. Теперь, некстом, что мы должны делать? Кто-то, конечно же, на победку. Я, если честно, сделал бы тут догон. Я вижу тут импакт в догоне. Там алхимик прифармит. Алхимик прифармит. Будет крайне тяжко, если он так и выфармит. А выфармит он 100%. Фармит он 100%. 400 хп там, я его с первой с ульты убиваю. С первой с ульты. Замедляй, туши его. Дядя. Что-то куда-то БХ вот. Ведет, ведет, жесть. Хорошо. Вот вот это бы желательно с чаржа. Так,
Да серьезно, ты тут один? Хорош. Он тут один, оказывается. Я думал, вот там... Вот это, сопроводительная команда. А, иллюзия. Иллюзия. Давайте урну все-таки возьмем. Все-таки урна неплохо зайдет. У меня ульта есть. Вот он, импакт ультимейта. Жесть. Это реально. Вот это импакт ультимейта называется. МХ. Чел, тут варды стоят. Я тебя разочарую. Так, го на базу. И погнали. Урну можно будет оставлять уже сейчас. Так, вот так сделаю. Куда ты проследовал? Я с инвиза не выходил. Чмо. Там МХ стоит. Хорошо, есть урна. Что-то в скорость атаки. Можно молнию сделать. Вообще, Венома надо, Венома надо. Он опять линку делает. Да, это Веномансер в прошлой катке. С прошлой катки Веномансер. Потому что он так, он играет в дефолте. Тупо по ХД вот этот собирает. Сейчас линку соберет, потом молнию. Я вам отвечаю, у него такой затар, там, пацан. Другой он ничего не собирает. Но он на самом деле вообще прокатывает. ПТ цапает, возможно, на нем. Прокатывает на этом. В этой доте прокатывает эта тема. Прокатывает. Пойдем в мид, наверное. Внизу фарм какой-то происходит. Жесть, хп нету, просто хп уходит. Веномансер 1-2. Ой, 2-3. Веномансер чисто сносит все хп. Может, отхил какой-нибудь возьмем? Я вот думаю. Если его подсейв... Ну, он знает, да. Знает, что это там уже. Полснап, понимаешь, большой. Не успел. Да-да-да, линку делает. Да, с прошлой катки Веномансер. О, здорово. Урна. Я умер. Вот, а я умер. А я мог убежать, кстати, да? Радик уже. Ой, ну это так плохо. Да, я не фармлю, видите, я стараюсь бегать, задрачивать их, да? А у меня не получается, не вывозится. Просто не вывозится. Тупо не могу вывести. Так, ну вот этого заберем, скорее всего, да? Вот это гоним тарит. Сейчас прибегу, Достевич. О, опять там этот чел на виноме. Я сдохнусь и побегу. Сдохну, если побегу. Ого-го. Надо сейчас взять, наверное, лотар. Но я возьму глиммер. Мансера надо дрочить. Я даже, если честно, не знаю, как его убивать. Соло я не убиваю его, этого Веномансера. БХшник не берется за него. Вон он усрался на БХшнике. Ой. На этом. На Веномансере. Бара, у меня КД, а что бара? Еще кто-то в инвизе. Есть. Хорошо. Интересно, если тот умрет, будет по кайфу. Успеет ТП дать? Блин, Клака, жесть. А, он не раскачан у него. По кайфу, я живой. Хорошо, попробуем. Но он на урне. У меня ульта уже будет, когда я добегу. Он с Веномом рядом стоит, это проблема.
Веномом рядом стоит. С Веномом рядом стоит тяжело. Там уже Линк по-любому. Гоу, боны. Боны, 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 го. Джи. Так, ну этот рядом стоит, чейсит его, окей. Я заберу. Я все свое заберу. Все свое заберу. Хорош. Но пряжная катка, да, с этим виномансером. А качок, как его убивать? По большому счету. Всего только с инвиза заходить, но видите, у меня ребята не суетятся. У меня 1.5, один инвизер, другой инвизер 1.2. Вот и все, вот два инвизера, которые должны что-то делать с ним. Что-то делать должны, но не делать. Там алхимик прифармит, блин, что делать, вот это проблема уже. Я не фармлю так, как алхимик. Все, пытаюсь как-то, да, суетиться. У алхимика уже все есть, чтобы убивать. Го. Рано санстрайк даешь, дядя. О, же есть. Вон, 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 побежал. Хорошо. Монетка. Проблема вторая началась. Детекшена не хватает. У нас БХ в команде, который трек не кидает. Осуждаю. Осуждаю. Погнали, фармивит. Веном по-любому уже линку имеет. Вот сюда вардик прям. Отсюда. А, уже линка есть. Вот этого я соло убиваю, кстати. Да, есть. Под ССшкой. БХ тоже линк идет, молодец. Ля, ты шо, запарил, дядь. Давай его. Тушить. Мы его убьем. Дядя, ну затушим тебя. Хорош. Красава. Вот это радует. Тэшку надо. Вином по низу пойдет. 1600. Золото, да? Виномансера будем через инвокера, наверное, убивать. А, он уже здесь. Он уже здесь. Сейчас дефиться будет просто. Ну, маны нету на ульты. Затушим все равно. Затушим, кнопки есть. Есть. Линка есть. Так, БКБшечки, БКБшечки, ТДшечки. Вот что вот с ним делать, вопрос. Линку купил, все, его не, ничего не сделал. Я не могу набежать. С инвиза доходить до него как-то. Тоже инвиз никак. Через речарж пробовать. Речарж надо люто ловить, потому что... Ну, это почти невозможно будет. Он пушит линию. Он толпой зацепили, он пукнул сразу под себя. Что-то забирает, да? Но Виномансер сам по себе такой неприятный герой. Так, давайте молнию. Молнию. Тут молнию сейчас форманем. И в АС выходим. Через загоним. Да можно через догон сыграть даже. Давайте через догон, может, выйдем, рили. Фарм дополнительно собирать будем. Го, догон, рили. А чё я туплю? Нафиг. Нафиг эту физуху догоном. Будем вещи делать. Инвокер есть у нас. И дасты фарманем сейчас. Хорошо. Хорошо. Есть.
Алхимики. Алхимик 1600 хп, я с прокаста сниму где-то примерно 300. Плюс чарж там еще. Много дэмэджа я сниму, блин. Так, был ТП и за нем. Так, быстрее будет. Так, есть. Хорошо. СС, даешь? Погнали. Молния, он молнию начинает делать. А, да-да, это тот самый видомонстр. Забавный чел. Максимально забавный. Да ты посмотри, это что, с мобхаком, что ли? На огре чудик чисто. Чудик на огре, дать трек ему. Ты трек не даешь. Трек не дает, как будто не хочет. Хорошо. И Венома тут даже нафиг, за волосы за жирные. Ты шо, дядь? Не на того быканул ты. Хорошо, правда, хп маловато осталось. Ну, я не умру тут, по идее. Не умру. Хорошо. Troubles you. Не пойдем. Не-не-не-не-не. Пойдет, вот догончик купили, сразу пошло. Догончик купили, сразу пошло. Есть догончик 2. Аганим Эзерил Октарин сделаем. Почему нет? Попробуем. Попробуем в этой катке. Надо было, правда, медасик, наверное, сделать тут еще допом. Топом. Иллюзии. Вот здесь будет 100%. Гоу-гоу-гоу туда. Чаржану сразу. А, нету. Гоу. Пойдет. ХП немного. Опасно. Сейчас подхилюсь. Вот, найс. Вот этого можно. Хорошо. Сюда, дядя, ты чё? Домой. Найс. Как говорил там Нагинг? Домой, сосалка. Хорошо. Пойдет. Фарманули, ребятки, и фармим по чуть. Фармим, 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 фармим. Фармим. Домой, сосалка. Смешная фраза, ребят. Извините. Рели смешная. Ребят, не забывайте поставить лайк под трансляцией, под премьеры. На данном этапе, на данный момент идет премьера гайда на Баратрума. Играйте на баре, бара фановый герой. Однокнопочный, по сути, но не однокнопочный, как я говорил в самом первом гайде. Бара вроде однокнопочный, но он не однокнопочный. В этом-то и смысл, парни. У него три кнопки. Однокнопочный — Лёрик. А Баратрум не однокнопочный. Поэтому, ребятки, играть на баре. Бара — это герой для подпивасов. В одной руке пиво, в другой руке мышка. Все, что еще нужно для полного счастья? Сидите, играйте и кайфуете. 17 ассистов у меня тем временем, 18 ассистов у Баунти Хантера. Жесть, на самом деле, хорошо играем тут, хорошо тушим, на треках можно надевать. 10 тысяч СТ, откуда такое СТ? 29 минут. Но видите, сколько актива в играх, в игре, вернее, актива очень много, и поэтому СТ такая высокая. Сташка очень... Ох, инвокер дает прокасты. Ну, просто момент о море, как говорится. Ой-ой-ой, алхимик тушит. Ну, не уйдешь ты, дядь. Интересно, будет еще пытаться нападать? Интересно. Там догона просто, да, мы все? Хорошо. И бежать надо, пацаны. Бежать. Даст ты не юзай, только не додумывайся. Хорошо. Красава, бро, давайте сюда вот так сделаем. Оп, телепорт.
Оп, до свидания. Найс. Хорошо, монетку забрать. Вот это я понимаю, дотка. Аккуратненько, знаешь, на интеллигенции. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, не могли бы вы мне... Уха, сейчас туда залечу нафиг. Сейчас туда залечу нафиг. И вот так прокастом. Хорошо, вискет суск, но умирать нельзя, ни в коем случае. Да ты ля, меня видишь, что ли? Пашер там, дядь, не надо, пожалуйста. На вискет сусках. Эй, я тут живу, мне все равно. Хорошо. Огр. Ребята, хелпаните. Хорошо, урну дал. Да, и Рики тут как тут. А что там за вижен такой? Там кто-то поставил везде сентри, короче, и вижена там жопой лопой. Вижен там. На жесть. 19 ассистов. Но тут нету сейчас вижена. Ух, на руку попадает. Давайте возьмем, пройдемся, наверное, с сентрями. Круто было бы, если бы кто-то у нас взял бы сентрики какие-то. Жесть, у нас золото капает 11к. Ребятки... Болтснапа ему нафиг. Прыжок, тычочек. Не, нету софта у Огра. Я думал сначала Огр какой-то странный, софтиком что ли. Он молодец, кстати, неплохо сейвит, ребята, старается. Старается. Ой, успел спрятаться. То есть, я заберу, наверное, его. Треволай, Бладласт, жесть. А-а-а! И нету его. Блин, это ржом бы на самом деле. Так, ладно, у меня тем временем пятый догон есть уже, ребят. Это значит что? Это значит, сейчас пойдем дальше тушить. Рикимару, крыса, вонючка. Гем хочется взять тоже, ребят. Купите гем. Гем, Октарин. Рики я с прокаста убиваю. Набег просто и прокаст. Тык-тык-тык-тык, все, нет. Вайзерил сделал. О, найс. Купим гемчик, да? Купим гемчик. Побежали. По-любому Рики на миду будет. Хорошо. С прокаста. Догон четверка. А, догон четверка. Я думал пятерка уже. Догон четверка только. То смотрите, а вижена-то нету. Вижена-то нету. Это иллюзия, ребят. Это иллюзия, парни. ФФ пишет. Законтрили виномансера, получается. А гвардики. Хорошо, гемчик взяли. Гвардики имеются. Рики сейчас по-любому от нетерпения. Блин, какой ты забавный на Рикимару. Рики сейчас, думаю, по-любому от нетерпения прибежит сюда. Действительно бежит. Ой-ой-ой. Это жадность на Рикимарах. Жесть. Я думаю, ну по-любому сейчас от нетерпения прибежит. Прибежит. Урну никто не забирал, надеюсь. Хорошо. Хорошо. Урну заберу, это же соло-курьер, да, по-моему? Да, найс. Хорошо. Можно топчик пробежаться. Догон пятерка. О, ДДшка, найс. Неплохо. Там зафармлю, тут зафармлю. Сейчас Эзериал сделаем. И Октарин, Эзериал. Октарин ластом добьем, просто тут надо будет держать кнопку. Тут нужно держать. Тут, в принципе, Эзериал Октарин вместо Глиммера можно будет купить. Вот. Хорошо. Я не туда чаржанул что-то.
Хорошо. Ой-ой-ой, гоу. Бегу. УЕРБ, бро, юзани, помоги своему тиммейту. Ща тушанем как. Хорош. Вот это я нормально, качественно сделал. Вот этого бы еще. Хорошо, всех относ. И вот этого. Оп. Неплохо. Неплохо. Ух ты, с речи делает. Гоу его. Оп, вот этого. Хорош. По красоте. И убегаем, ребят. Что еще делать остается? А Егу не хочу отдавать. Прям вообще по красоте. Как будто на вставочку, да, ребят? Прям как будто на вставочку. Подработали, а Егис хорошо реализовали. Он, кстати, агонимный баратрум. Два раза за драку дал кнопку. Ух ты. О, я в глиммер не зашел. Ах ты, МХшник. МХшник. Гоу. Хорошо. Ну, убегаю. Угр пришел еще. 5 хп режется. Ну хорошо, что мне яда сейчас никакого нету, кроме первого. Ну, кроме второго спелла. Первый убивает, второй спелл тоже убивает, но не так сильно. Там БМы нажаты, ай-яй-яй. Ну давай, давай, тушанем угру. Неплохо. Хорошо. Так, 3600 есть. Глиммерочек разбираем, да, и кнопочку покупаем, ребятки. Хотя нет, зачем глиммер разбирать, ребят? Мы продадим урну. Урну продадим, правильно? Правильно, нафиг париться. Урну продадим, ребятки. Жесть, вот это катка, конечно. Вот это я понимаю, игра на Бартруме фановая и потненькая. Такие катки я люблю. То, что нужно. Пара-па-па-па. Опа, смотри, смотри, смотри. Рики там бабочку делает. Это, ну, типа, я хз, это руин будет с его стороны, если он бабочку делает. Хотя, может быть. Но он с прокаста падает. Хорош. А я только... Я ищу его, ищу. Где он там? Ищи, чтобы дать ему кнопку. По два догона ему скинулись, а он с бабочкой, прикиньте, будет. Так, Зарел есть. Хорошо, сейчас будем с прокаста просто туду-туду-туду. Вот этому пацану жопу хилим и продаем, ребят, урну. К сожалению, она свое отжила. К сожалению. Чалька. К сожалению, свое отжила. Бойник такой. Крипчик. Крип дальнего боя. Это рили. Крип дальнего боя. Крип дальнего боя. Так, Эзериал есть. Тут Вижен. Дай ССС сюда. Чекай. Хорош. Красавчик. БКБшку, блин, тоже хорошо бы зашло. Погнали, отойдите. Мы еще не выиграли, как бы, но уже чувствуем, что скоро победа. Ну как победа? Пацаны тушат, да? Оба сфидели. Так, это не моя кура была, хорошо. Гем. Гем Огур. Рики я с прокаста, по-моему, убиваю. Блин, но мне только оттуда уйти бы, да? Вот когда вот залетаешь. Но я вряд ли уйду. Попробуем что-нибудь там. О, сейчас найс, Рикимару сразу с дамажем.
Да-да-да-да. О, ну все, тут конечно. Хотя можно попробовать ультануть уже, в конце концов. Уже есть. Радиан спилит. Жалко, нет байбека. Жесть. Ну, гем отдали, два гема отдали. Давайте куру подведем, может, это куры заберем. Бонник ушел, лоу хп, выживет ли? БКБшки надо. Там очень много прокаста. Я байбекнулся бы, сейчас еще бы внес импакта. Красава, блин, худами, прикиньте, жесть. Могучая куча какая. О, жесть. Красава, ну протянет, протянет. 70 секунд, ребятки, реса, но это жестко, жестко. Если сейчас гем заберем, будет очень хорошо. Вряд ли, алхимик это, конечно, машина. Машина, хрен убьешь. Хрен убьешь его. А у нас Бонник пушит. Немножко захотел он попушить. Боне, брат. О, вон он, Линка. Стрейф ЭКД. Заберет, заберет соло он его. И крипчика скушай. Крипчика кушай. И ад. И ад. Вот, бро. Кушай. Красава, бро. По идее, не, ну не живет все равно. Не живет. А, живет. Нет, не живет. Не живет. Так. Тяженько, тяженько, ребят. Октарин все равно хочется. То есть, мне напоминает это вторую катку в гайде в прошлогоднем, в двухлетнем гайде. Вторую катку напоминает. Я вам отвечаю, то же самое было. Потная такая игра. Вот видите, это Огур. Огур молодец. Он как будто все знает на Огре. Карапас, 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 карапас. Сразу карапас наж... Ой, хороший инвокер подсейвил. Погнали. Гоу. Огур подсейвил, молодец. Блин, там алхимикал. С алхимиком дела плохи. Найс. Помогу чуть-чуть. Попробую. Оп, оттолкну. Хорош. Оттолкнул. Рики, здорово. Жесть. Хорош. Опа, смотри, смотри, смотри. Смотри, что делает. Оп, найс. Взорвется сам. Своему. Хорош. И толпой запинаем его. Че, дядь, подожди. Подохлый. Хорош. Хорош. Давайте вот этого. Хорошо. Пойдет, ну жесть, напряжечка, да? Ну 4000 есть уже. 4000 есть. С Октарином, конечно, можно будет вещи делать. Найс, я все гемы позабирал. Все гемы. Я пойду солбустер возьму. Хотя, в принципе, я могу глиммер скинуть. В принципе. Трек даешь? Красава, все, могу чаржнуть. Если он его чуть подзадержит, будет офигенно. О, Рики, бабочка, вылез. Али, убегает до конца. Табора теряем. По-страшному. Нет, я тут задефаю. Задефаю. Жесть там, драки. Бонник вообще отважный. Хорош, Аегис. Но надеюсь успею. Я с прокаста сколько там? Мне надо 1400 хп, что там было. С прокаста вынесу.
Алхимика. Жесть. Ой-ой-ой. Ну отойду, отойду чуть-чуть. Хорошо. Да, можно подпушить, в принципе. Ломаем. Найс. Есть Октарин. Правда, сейчас алхимик будет прыгать. О, вот так вот сделаю. Опа. Раз, два, три. Оп. Это баратрум магический. Вот этот. Вот это. Ну поможите. Ой, хорош, запинали. Хорош. По кайфу. Жесть. ГГ. Хорош. Б. Пацаны. Затащили мы такие этого. Алхимик. Ой, хорош. Вот так вот сделаю. Хорош. Найс. По кайфу, блин, катка. Живет, живет. Найс. Не буду ласхитить его. У, жесть. Чё так потно? Блин, ну по кайфу. Такую игру реально приятно созерцать. По кайфу. Прям приятно. Жесть. Вот это реально прессинг такой. Фактически баратрум в теме. Давайте купим travel, наверное. Пойдем, фарманем. Пойдем, фарманем, говорит. Фарманул, проверяй. Жесть. Так, эска, давайте вот так сделаем. Хорошо. Если вдруг у вас неправильно собрался артефакт, да, там образно, вот как сейчас у меня белт я купил, да, соберите его в Сашу и продайте. Вы продадите за full price. Вы ничего не нарушаете. Это механика игры. Тут нет никакого абуза, поэтому, ребятки, пользуйтесь. Жесть, вот это у меня билд лютый, ребята. Посмотрите на это. Это что такое? Что за покемон? Как играть на этом баратруме? Блин, ну интересная игра, ребятки. Обязательно поставьте лайк за ту каточку. Спасибо всем, кто смотрит, кто подсказывает. Эй, дай, дядя, я тебя тушану. Так вижу, нет. Чарж. Оп. Догон. Хорошо. Рики вылезет еще? Рики еще должен вылезти. Но у него линка, блин. Вот так сделаем. И-ей. Оп, хорош. Есть. Линку сбил из орела, и сам запрыгнул под колодец. Есть. Слушай, смотри, что делает. Оп, я еще подработаю, дядь. Ну, это на вставочку, да? Я вообще даже не заметил. Лол. Ой, жесть. Что с этой дотой не так, блин? Вообще жесть. Ну, по кайфу, ребят. Не знаю. Судите сами. Вроде интересное вышло. Вот это я понимаю игра. Не то, что те вот эти прошлые, да? Одна единственная. Эй, куда ты, дядь? Иди сюда, сладенький. Да ты что? О, нифига себе. Жесть. Красавы. Всё, на базу слетаем. Хорош. Блин, интересно все-таки вышло. Ой-ой-ой. Каев. Как в старые добрые. Старые добрые. Что быстрее, я добегу или от кдшится? Треволниться. Ребятки, дефайте, бойник там работает вовсю. БКБ ласлотом купил парень. Ребят, не покупайте БКБ ласлотом на бойниках. Ну что ж, друзья, GG. Вы досмотрели таки гайд на баратрума, ребятки. Это новый гайд. И спасибо всем, кто его досмотрел. Обязательно поставьте лайк за старание. Я сыграл около 10 игр для того, чтобы записать для вас этот гайд. Magic Build. Интересный, кстати, через Аганим. Magic Build и Аганим. Можете, в принципе, совместить Аганим с ДД билдом. А лучше еще, если алхимик вам его подарит.
Первая катка, в принципе, интересная, так как надо мы сыграли, и катка на МС была тоже более-менее, ну что-то там можно посмотреть. А эта катка как вишенка на торте. Друзья, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте лайк. От души всем. Желаю всем хорошего вечера, утра, дня. Не знаю, чем вы там сейчас занимаетесь. Пишите, пожалуйста, комментарий напишите. Какой гайд вы бы еще хотели видеть. Но гайды есть на всех героев, не забывайте. Новых гайдов там осталось где-то гайдов 15 еще доделать. И в принципе все. Друзья, с вами был Ксназос. И до скорого.